Муз-бизнес представляет каждую неделю эксклюзивные интервью с интересными музыкантами. Музыкальный онлайн-журнал «Муз-бизнес». Поддержите наш проект и прямо сейчас оформите подписку на наш канал и паблик ВКонтакте. Итак, мы в прямом эфире. Всем привет. Меня зовут Армен. Это «Муз-бизнес». И у нас сегодня снова в гостях Алексей Разумов. Сегодня мы будем разбирать... Будем говорить уже для нас в каком-то смысле наболевшую тему, да, потому что уроков на самом деле очень много по этой теме. Сегодня мы... Лёш, привет! Мы, кстати, привет, сегодня будем... Привет. Да, мы сегодня будем с тобой разбирать EDM. Едим! Будем сегодня есть с тобой EDM. Ну, вот. Да, и поедемим сегодня. На самом деле вопросов тебе, как всегда, куча. Вот, и это приятно. Да, давай я на тебя хоть наведу, а то ты там что-то говоришь, тебя не видно. Смотрите, какой сегодня Лёша брутал. Я с утра брился, но уже отросло. Ну все, он сегодня готовился к эфиру. Так, ну что ж, Лёш, сегодня у нас трюки и фишки, как ты знаешь сам, EDM. Вот, и на самом деле очень много вопросов, и давай, знаешь, вот начнем вот так, да, то сегодня я буду тебе давать какой-то вектор, у нас как бы сегодня такой, у нас сегодня такая импровизация на самом деле, то есть мы будем, опять же, отвечать на ваши вопросы, точнее, Алексей будет отвечать на ваши вопросы, вот, но по большей части это будет такой импровизационный вебинар, вот, где мы будем, так говорится, вот пришел какой-то новый вопрос, пришла новая тема, вот будем разбирать, у нас есть буквально 2,5 часа, сегодня постараемся максимально все разобрать. Итак, давай уже от слов к делу и смотри, вот такой вопрос, что ты вообще скажешь, как ты видишь вот именно нынешнюю популяризацию EDM музыки и все, ну вот какие-то, не знаю, фишки, новинки вот именно в написании, то есть что-то от себя, если, ну, если можешь добавить, вот как ты это видишь вот у себя, может, на практике, допустим, как часто сталкиваешься? Ты имеешь в виду, как я отношусь к тому, что EDM стал популярный? Такой, ну да, и имеется в виду даже, как ты часто, допустим, ну, как часто в работе приходится, ну, я-то знаю, что ты работаешь по большей части вот именно больше с коммерческой музыкой, да, но как часто, допустим, приходится добавлять какие-то нотки EDM, да, вот эти вот фишки? Я понял вопрос. Слава богу, чаще стало это, потому что спасибо радиостанциям, они стали очень много крутить современной музыки. То есть это раньше было, когда трек немножечко современный и такой популярный, уже нет, это клубняк, это на радио не возьмут. Сейчас с этим лучше, то есть даже уже тяжело как-то людям просто сказать, что типа сделай мне клубный трек. Какой клубный? То есть с одной стороны есть радиостанции, клубняк, которые, да, Deep House крутят. Есть радиостанции, которые крутят что-то там потяжелее, поэлектроннее. И в этом смысле это хорошо, потому что разбег большой. Можно написать и дабстеп, там, и драм-н-бейс, и все это может легко играть, и уже как бы нет таких рамок. Меня это радует, потому что, ну, уже можно практически в любом треке добавить нотки EDM. Ну, то есть, пример приведу, там, лет 5 назад был очень популярен дабстеп. Можно было, я говорю, у Кадышевой вставку дабстепа услышать. Рекламные ролики были. Меня это очень радует, потому что, ну, я говорю, уже есть вариант делать поп-музыку с современными какими-то веяниями, а не что-то там, как раньше это было. И в русской музыке это тоже наблюдается, опять же, что уже можно все это применять, все эти знания. То есть я к чему веду? К тому, что если есть среди нас подписчики, которые многие там года писали электронную музыку и плевались от попсы, сейчас ваше время. То есть есть вариант делать поп-музыку, напичканную EDM-фишками. Ну это у нас было такое предисловие, поэтому, Лёш, давай тогда переходим сразу в рэпер. А, уже даже? И будем... Да, 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 сразу начнем, чтобы уже это... Пока Лёша открывает, скажу, Лёш, я тут часто читаю комментарии на YouTube, что вот, мол, тебя, то есть, нахваливают, да, и говорят, что, по сути, только ради Лёши можно смотреть ваш канал. Блин, о, спасибо, это, приятно это, слышать. Это круто. Да, вот всем, кто сейчас смотрит, и в записи, и в онлайн, всем привет, ребята. Еще привет, раз привет. Всем. Да, Лёша готов сегодня делиться секретами. Поэтому, если есть какие-то вопросы такие, вот, ну, давайте, чтобы не затягивать, если есть какие-то вот именно по теме вопросы, пожалуйста, задавайте. Лёш, давай, знаешь, как, давай начнем. Очень много вопросов, как я тебе говорил, с вокалом. Давай вот, чтобы, знаешь,
знаешь, какой-то уже у нас вектор нарисовался. Давай вот именно, вот как работать с вокалом, да? У нас, по-моему, вот был, ну, не по-моему, а есть вот платный вебинар «Подбор аккордов под вокал», да? Mm-hmm. Давай что-то вот в этом роде, то есть, ну, с этого начнем, да? То есть, вкратце как-то. Будем считать, у нас вот есть, как возьми какой-то вокал, там, я не знаю, или, может быть, я не знаю, вокс, как ты говорил. То есть, чтобы у нас сейчас YouTube не запилил права. Ну, тут про вокал я могу одно сказать. Зависит все от именно жанра музыки, какие фишки применяются. К примеру, да, к примеру. Mm-hmm. Я запущу сейчас Nexus, чтобы мы сразу все поняли, про что я говорю. Вот есть такой жанр, который называется... сейчас я вспомню. Мельбурн... А, баунс, что-то такое. Мельбурн, да. Мельбурн, вот включу секвенцию какую-нибудь. И сейчас я скорость поставлю нормальную, оптимальную, 128. Для нормальных пацанов. Вот, в принципе, классический Мельбурн, да, звучит? Звук идет, все хорошо, да? Да, все супер. Вот, я сейчас... просто пропишу паттерн, да, чтобы мы время не теряли. Лёш, а единственное, если у тебя, ну, никак не добавить микрофон чуть-чуть погромче? Да, это возможно. Вот если... Это возможно. Сейчас, секунду. Logic теперь я использую как мышку. Так, а вот так? А еще есть? А, не-не-не, стоп. Я, наверное, вот так прибавлю, вот здесь. Ну-ка, еще. Реагировала? Громче стало? Да, громче, но ты если есть еще, давай чуть-чуть, чтобы... Раз, два, три. О, вот вроде вот так лучше. Ну, все. Все. Вот, ну то есть вот этот Мельбурн, он диктует некоторые фишки именно этого жанра. То есть я сейчас возьму какой-нибудь сэмпл вокальный. Вокальные сэмплы, любой сейчас какой-нибудь там саунд. Хоть сам напой. Ну да. Так, все-таки надо какую-нибудь девушку. Да, ребят, сразу говорю, что мы специально с Лешей договорились особо какие-то популярные акапеллы не брать. Ну, опять же, возникают проблемы с авторскими правами. Ну, я думаю, суть будет понятна. Вот Леша покажет на каких-то таких... Сейчас, секунду. Я все-таки найду что-нибудь. А, ну давайте Vengeance возьмем. Vengeance. Vocal Essentials. Окей. Vocal Loops. Нормально. Don't stop the rhythm. Ну, к примеру, да, вот какая-то акапелла. Фишка именно вот Мельбурн Хауса в том, чтобы нарезать и нотками поиграть. Вот, вариантов много, кто-то режет там в батарейке в какой-нибудь. Вот, но фактически вот, мне в Reaper нравится с акапеллой именно так работать, как я сейчас покажу. Так. Вот, то есть я нарезаю какую-то фразу. Ну вот, допустим, пока так. Следующую ноту мы поднимем. Вот я здесь имею возможность в Reaper. Вот нажимаю Shift 0. У меня вот сверху пишется pitch плюс 1. Еще раз делаю плюс 2. Вот, допустим, вот я эту фразу взял. Всегда ее могу как-то поменять на другую. Ну, мне предыдущий вариант нравится. Еще раз сейчас вот продлим. Вот, теперь уже к фишкам. В Reaper, ну, если о Reaper говорить, есть возможность сделать автоматизацию питча. Вот я себе кнопку вывел. То есть я, например, сейчас возьму фразу вот эту. Ну, ты, да. Леша, ты покажи на Reaper, а потом объясни, как это осуществляется. Ну, в сама да, суть, да, чтобы люди да, повторили. Да. Вот я растяну. А, такой стрейч, да, идет? Я сейчас чуть-чуть растяну. Вот, но... Уже, да, вот такая классика вот этого Мельбурн, когда играет вокал вот такими штучками. Можно сейчас, допустим, сеточку я чуть-чуть другой сделаю, более здоровый, например, восьмерочками или шестнадцатыми, шестнадцатыми. Вот, фишка, на мой взгляд, как я этим пользуюсь, я ищу идею из того, что у меня под руками. То есть я, например, двигаю сэмпл и ищу какое-то другое звучание. Найдем еще. Вот, ищем подходящую ноту.
То есть в тональность. Тут, в принципе, говорить особо не о чем, как найти ноту в тональность. Ну, если у нас был вопрос, как писать в тональность. Вот, я какую-то мелодию сейчас в голове ищу и параллельно пробую. Я вот двигаю ноты, видно здесь pitch. То есть ищу в тональность что-то, плюс shift 0. То есть это такой творческий процесс, да? Да, то есть это поиск, да, сейчас я на него какой-то дилейчик повешу, чтобы мы более-менее услышали. Вот, и, соответственно, вот в этом жанре фишка, вокальная фишка заключается в том, чтобы нарезать вокал и сделать какую-то вот такую вот тему. Вот, в принципе, если вы делаете ремикс в таком жанре, вот я бы таким способом поступал. Вот, если говорить еще о каких-то фишках, то, опять же, к этому всему можно всегда применить штаттер. Штаттеров много разных там, но я люблю изотоп, за то, что он такой комплексный. Изотоп, штаттер. Ну, кто видел, наверное, мои какие-то предыдущие видео, видели, я люблю этот плагин прям вообще. То есть вот я сейчас повесил штаттер, сейчас я добавлю дорожку, которая будет управлять. Вот делаем send, оставляем MIDI. То есть у меня сейчас MIDI-клавиатура с этого канала управляет штаттером. Тоже процесс заключается в поиске фишки. Здесь есть свои пресеты, можно докручивать. Ну, например, стерео слайд. Я вот открою пресет. Вот. Я обычно достаточно много времени трачу на поиск фишки штаттера на вокале. То есть я ставлю ноту и слушаю, когда она сработает, как это прозвучит. Здесь рекомендации одни. Просто вот вам должно понравиться. То есть вот вы сейчас увидите, как это работает. Вот, допустим, вы усвоили, как вот этот эффект предыдущий звучал. Можете прикинуть, что он в другом, в каком-то месте может подойти. Уже прикольно, да? Попробуем другой эффект. Может быть, так у меня бывает, что я найду еще круче эффект, и тогда вот этот я убираю. Вот, соответственно, всегда можно вторую партию сделать иначе. Вот, ну, я думаю, тут понятно вот о, с вот этим. Вот так было интересно, да? Кстати, вот если ну, то есть... ревера добавить на вторую партию, ну или вообще вот как вот. Да, здесь есть фишки и с ревером тоже. То есть, например, какие есть еще возможности? Можно добавить ревер-б. Вот. Ревер-кабы. Ревер-кабы. И, ну, тут кто как, мне нравятся всякие. Например, ну, вот EOS возьмем. Здесь все... наверное, будет вот так происходить. То есть я делаю send. Вот. Этот самый send я буду сейчас автоматизировать. Вот. Мало того, то есть, ну, можно даже сделать на полную send. Вот, но тогда автоматизировать громкость этого ревера. То есть вот у нас ревер есть, он уже звучит, а мы, допустим, где-то здесь его усилим. То есть у нас сейчас его нету. Вот. Это два. Так, сейчас вот так вот сделаем как-нибудь порезче. Ну, тут опять же творческая такая штука, можно поискать. Вот не очень хорошо, поищем. Вот.
Вот, ревер всегда можно эквализировать под эти нужды, то есть его можно сделать вообще другим, не как он сейчас звучит, сделать его телефоном. Не знаю, многие забывают о том, что вот ревер реально можно эквализировать, из него что-то вот такое сделать. Да, уже совсем другое звучание. Вот, соответственно, и ревер можно штатером обработать. Много вариантов, ну, я все это использую. Бывает, знаете, даже как делаю, добавляю сверху штатер еще один штатер. Например, у меня вот был от компании Vengeance, как он назывался, Glitch Beach, вот такое вот у него название. Glitch Beach. Так, вот это он. Glitch, детка. Да, то есть вот тоже вариантов масса. Можно его поискать... Сейчас я зациклю и посмотрим по пресетам. Так, я сейчас все отключу, а то сейчас не особо слышно, что происходит с этим глич-бичем. Ну тут свои есть приколы, вот сейчас найду что-нибудь посерьезнее. Что-то практически его работу не слышно, потому что у нас все зациклено. Вот, я попробую акапеллу прямо вот так вот возьму сейчас. Что-то странная история, его работу вообще не слышно. А ты его повесил там на дорожку? Да, все правильно было. Глич-бич. Ну ладно, фиг с ним, с этим глич-бичем. В принципе, есть Illformat Glitch, вот такой вот вариант. Вот, опять же, вот я микс автоматизирую ручку, и в какой-то момент ее можно будет или открыть, либо можно уже заранее правильно настроить. Но я иногда делаю вот как. Допустим, вешаю какую-нибудь штуку там... Ну, не сначала, где-нибудь. Где он у нас? Странно работает все это сейчас. Ну, потому что штатер не дает, на самом деле, вот этот предыдущий MIDI эти все. Ну, в общем, я что хочу сказать, что штатеры вот эти, они ситуацию улучшают сразу заметно. Вот, тут потому что я даже вот этот пресет какой-то выбрал, именно из самого штатера. Здесь есть от BT пресеты прям просто бомбовые. Вот. Соответственно, смотреть надо, где ревер, где штатер будет. Вот такая вот история. Но я говорю про то, что вот вокал именно обрабатывается в зависимости от жанра. Вот если, допустим, вы пишете другую какую-то музыку, там, я не знаю, скажем, вообще прогрессив, там, хаус, то там могут быть использоваться фишки, которые в других не применяются. Различные реверсы и так далее. Но если говорить о конкретно таких жанрах, как там Мартин Гаррикс и так далее... Там вообще применяется такая вещь, опять же, которая относится к этому жанру, только к этому жанру. Это опускание вокала вниз, например, сильно. Вот, допустим, вот вокал. Мы можем его опустить просто в мясо. Вот я его в минус 12 сейчас опущу. Или даже воспользуюсь плагином. Так, Re-Pitch. Это первое. Ну, естественно, фраза должна быть пожестче какая-то. Вот, we are animals, там, и так далее. И второе, можно ее углубить, сделать более какой-то жесткой. Это может быть, там, ультра пич. Не знаю, я его недавно для себя опять открыл, этот плагин. Почему-то я его не сильно юзал раньше. А сейчас заново для себя открыл. Просто бомбовой плагин.
только я не тот открыл там для 6 голосов. Вот, допустим, я возьму 3 голоса, 1, 2, 3, вот я их вижу, панораму раскидываю, и, соответственно, здесь есть детюн, как сильно можно его растюнить. Например, вот... Это вот 2 голоса моих, которые я сейчас раскидал. Вот, я их могу сильнее раскидать. Леша, а сделай вот на не 12, а 7, может. Ну, это много. На самом деле, знаешь как, можно оставить унисон. То есть я вот давайте на одном голосе вам покажу. Вот здесь оставлю 0. Где он? А, у нас все сразу. Вот обычный голос, да? Если я возьму вот один из голосов, ну, я его по центру сейчас пущу, вот, а основной голос уберу. Вот он у нас, эта дорожка основного голоса. Ну, уберу. Сейчас пока не убрался. Вот у нас, управляю я сейчас вот этой вот, вот она, точечка эта. Вот у нас пич и форманта. Если я форманту сдвину вниз, то будет такой сатанистический голос. Вот, и я его влево отправлю, предположим. Добавлю еще один. Отправлю его вправо. Он справа у меня вон находится. Леш, давай потом, вот под этот вокал будет уместно, допустим, как раз вот Deep House Bass какой-нибудь наиграть. Ну, ты хочешь, чтобы сейчас Deep House сюда написали? Ну, вот просто как раз там и про басы будет, можно будет поговорить, понял? Давай. Ну, в общем, хочу что сказать. Надо искать вокалы, которые подходят этому жанру. То есть было бы странно, если бы я сейчас в трек Мартина Гаррикса вот этот вокал бы взял. Нет, надо какую-то фразу пожестче, может быть, самому записать. Ну, тогда это сейчас прокатило бы. Вот, если говорить про Deep House, по басам, да. И расскажи, Леш, вот я понимаю, что сейчас ты за 2 минуты наиграешь какую-то мелодию. Ну, если можно, какими-то простыми словами, да, на что ты опираешься. Ну, опять же, понимаю, что, возможно, нубский вопрос, но на что ты опираешься, допустим, чтобы создать вот именно под этот вокал какой-то грув, какую-то мелодию баса? Я опираюсь в первую очередь на сам жанр, да. То есть вот если, допустим, говорить о каком-то таком мягком хаосе, да, вот я М1 возьму, кто-то, наверное, уже видел. Вот, возьму какое-то фортепиано. Вот, первое, что я советовал бы, это хотя бы в голове представить, как бы оно могло играть ритмически. То есть не обязательно там уже готовую какую-то партию. Вы можете вообще простой аккорд, вот ля минор я зажал, ничего более, да, и уже придумать какой-то ритм. Но это, чтобы у вас был такой паттерн в голове, вам надо послушать немало именно дипхауса, чтобы в этом жанре разбираться. То есть в этом фишка. Я сейчас сыграю простое что-то специально, то есть не заморачиваясь. Ты сейчас такой набросок, да, делаешь именно? Да, я сейчас... идея в чем? Идея в том, чтобы для начала найти какой-то грув. Грув от фортепиано. Вот я... Например, да, в принципе, дипово уже, да, ну, можно представить, что это зацикленный кусочек. Вот, я сейчас его отквантую. Ну, он тут поехал местами, ничего страшного. Это ты специально, получается, на одной, будем говорить так, да, поиграл? Специально упростил, чтобы мы могли сейчас подумать. Вот. Я, кстати, в тональность попал, это случайно, не специально. Вот. Дальше сейчас накинем просто какую-нибудь бочку, любую там. Ну, я возьму, естественно, из Deep House, Vengeance Essential Deep House. В принципе, зависит тоже от того, насколько жесткий у вас там Deep House этот. Вот, я вот раскидал. Don't stop the rhythm. Don't stop the rhythm. Don't stop the rhythm. Don't stop the rhythm.
Вот, первым делом я бы поискал какую-то гармонию. То есть вот вчера только с ребятами разговаривали, как можно усложнять все это дело. Пока у меня на трех нотах все. Ищем какие-то изменения. Я сейчас уже знаю, что я хочу. Покажу просто минимальные изменения. Вот эту ноту, допустим, нижнюю меняем, только лишь нижнюю. До конца. Вот прям до самого конца. Вот, поменяли. Потом среднюю, допустим, поменяли. Вот здесь я не поменял. Вот, буквально я, видели, по одной ноте менял. И все на белых, вот, есть... да, стоят у тебя? Ну, это ж... Потому что ля минор, это так белые, и получилось. Да, у тебя там да. Плохо видно здесь. Все белые ноты, потому что ля минор. Но речь о том, что я сейчас сделал очень простой набросок. Не особо усложнял. То есть, вот, теперь можно поискать какие-то фишки. У нас сейчас, знаете, кто получится? Hadaway. Че, прикольно. Например, вот, опять, ну, Hadaway прям. Я, кстати, не специально это делал. Вот. Ну, то есть, можно дальше усложнять, искать какие-то дополнительные ноты. Это вот мы говорим о партии фортепиано. Леш, вот мне почему-то, вот ты сейчас вот расскажешь про это, и мне тоже, знаешь, как вот, будем говорить, новичку в этой музыкальной теме, вот сразу пришла идея, вот, вот эти вот, которые у тебя отличаются ноты, их как-то подлиннее сделать, допустим. Ну, это... Тоже как-то вот... Это возможно, как бы, это все понятно. Там, на каждом такте в таком случае... Интересно, как... Да, так прикольнее. Вот, потом можно взять и поискать еще одну ноту какую-нибудь. Стоп. Я ее потащил. То есть мы ищем какие-то более сложные аккорды. Ну, они на самом деле сейчас простые. Например, вот этот рисунок, у нас 120 BPM всего, ну сделаем 125. Вот этот рисунок нам уже дает какое-то представление о басе, да, как он должен звучать и может звучать. Вот я сейчас добавлю какой-то луп. Кстати, хочу обратить внимание, что луп... Он может вам тоже задать некий грув, который вы будете, ну, обязаны будете примерно придерживаться. От лупа сильно зависит, вот от барабанов, какой именно будет грув у баса. Ну, какой-нибудь. Помедленнее сделаю. Вот, кстати, вокал будет звучать более круто, более дипово, если у него форманту опустить. Ну, разные есть способы, в автотюне есть. Ну, давайте даже, может быть, на автотюне покажу, потому что не все рипером пользуются. Вот, автотюн обычный. Вот есть формат. Кстати, мелодания тоже есть. Есть, можно и так, но здесь как бы это real-time эффект. Вот форманту я включил и сейчас подвигаем. Вот, допустим, вот такая вот тема, а бас уже это такая история, то есть в зависимости от жанра можно здесь по-разному лепить. Я, например, дипа вот такого, вот, который я сейчас играю, попсовенький, я его послушал, не знаю, треков 100, у меня вот сложилось впечатление, как он звучать должен. То есть вы можете, допустим, другим жанром немножко в дипе заниматься, там, Оливер Хелденс, к примеру, там уже... Немножко другое звучание. Вот. Ну,
сразу же синтеза коснемся. Леш, вот пока ты не начал бас, вот мне лично интересно, вот можешь показать вот как раз вот такой диповый бас, и, ну, то есть именно такая интересная мелодия пусть будет, да, и, допустим, чтобы ноты как-то переливались, то есть какой-то глайдом эффект вот прикольно будет, мне кажется. Интересно. Ну, давай такой звук и накрутим, то есть, я не знаю, я, наверное, всех уже задолбал. Бендером, да? Фрэнки говорит, ты с бендером достал. Ну, вот бендер, собственно. Вот обычный бендер, у него есть особенность. То есть вот этот бендер, это все то же самое, что если я добавлю фазовую модуляцию, синус синусом в той же октаве. И здесь. Ну, слышно, что это практически одно и то же. Поэтому получается в массиве реально сделать с помощью бендера двухоператорный FM синуса. Что как бы не дает компания, она дает обычный вот однооператорный FM, а тут двух получается. В чем идея? То есть для начала делаем огибающую. Так, я, кажется, что-то сбросил. Ну ладно. Ты бендера своего сбросил. Обидно. Вот если я на бендер сейчас... Кстати, Леша, пока перебью, похвалюсь, нас смотрят уже 130 человек. О, круто. Прикольно. Так, всем привет, ребята. Давно не было. Вот, я сейчас на этот бендер, который, я повторюсь, практически копирует FM, вешаю огибающую по вот этой VT position. По сути, как будто я по фазе вешаю. Сделаю его ниже на октавку. Вот вам и deep bass. Он уже прикольный, да? А теперь, если мы сделаем еще фазовую модуляцию и сделаю ее на октаву выше, уже будут другие немножко гармоники. То есть сейчас покажу. Вот мы сделаем... Вот здесь можно сделать меньше. Вот я сейчас в ноль вообще уберу. Такой клабхэдс пампинг бас. Ну а звучит-то как... Вот. А вот это уже от бендера штучка, она даст дополнительные гармоники. Вот послушайте. Вот без него. Вот, уже прикольно. Теперь то, про что ты говорил, глайд. Да, ну, очень обожаю этот эффект. Тут все просто. Делаем в режиме voice вот здесь легато. Ну, можно не легато, можно просто монополик, чтобы всегда играл. Монофоник. Только его чуть-чуть бы, да, как-то вот, чтобы он так... Вот, опять же, это у нас, допустим, будет основной бас. Main бас. Вот, о, Леша, как раз там были вот вопросы, мы вот, я тебе их layering. Не задаю, да-да, а ты как раз их сам проходишь, поэтому, ребят, вот, пожалуйста, ответы на вопросы. Сразу о лейеринге. По какому принципу я лично лейерю? У меня есть какой-то основной бас, который вы можете, как мыслить? Вы можете мыслить о том, что, допустим, он должен звучать так, как будто бы у нас будет в песне часть, где второго слоя нет. То есть, например, начинается трек, у вас играет вот этот бас, он должен звучать примерно, ну так, полноценно, нормально. То есть вот я врубаю. Ну, это я сейчас хрень какую-то наиграл, вот, но он уже более-менее полноценный, пусть он будет, мы можем ему дать немножечко... Dimension Expander, это стиль вот эти вещи навязывает. То есть так принято сейчас. Леша, давай, может, сделаем глубже. О, или вот, да, вот так вот. Только хотел сказать. Ну вот, чуть-чуть прикрыть, может, фильтром. Можно, вот, можно вот эту огибающую меньше сделать. О, вот это вот. Прям дебуха. Слушай, может, ты сохранишь этот пресет? Я думаю, что многим понадобится. Ну, вы посмотрите, то есть я тут ничего особого... Можно повторить, пресет могу сохранить, как бы. Но мы сейчас дальше пойдем. Чтобы не повторяться, я возьму FM8. Полюбил я эту штуку очень сильно. Не знаю, почему раньше я его не юзал. Но сейчас с удовольствием. В чем фишка? В чем фишка? FM8 именно. В том, что он здесь
многооператорный, так скажем. То есть я вот, допустим, включаю сейчас оператор Е и получаю вот то, что я бендер крутил. Вот, соответственно, если я вот этот Е, на этом Е сделаю огибающую, секунду, сделаем его на октаву выше. Вот, и уже можно какие проделать фишки. Добавить еще один оператор, например, D. То есть получается, мой оператор уже не просто синус, а там что-то более сложное. Вот, в качестве оператора D можно выбрать вообще другой какой-то, не синус, а, допустим, я сейчас огибающую вот эту сделал, можно Леш, ее... вот то, что я тебе говорил, сохрани потом проект, тут люди просят. Ребятки, да давайте, можно? Сейчас, нас 150 человек почти смотрит, давайте лайки ставьте, лайки под видео. Сегодня вот. Прям такой ажиотаж Леша устроил. Это прикольно. Дальше в разделе мастера можно добавить, допустим, пару голосов, сделать супер стерео. О, прям так качает. Вот, уже у нас такой он звучок получается непростой. У операторов здесь огибающую сделаем побольше. Вот, а теперь, собственно, я сейчас, как обычно, это все в лейер закину. Вот наш мид-бас. Мид-бас. Он уже широкий, этот мид-бас. То есть, только он не играет. Его можно сделать на октаву ниже. Вот. Сейчас мы их в слое определим и уже посмотрим, как они сходятся. Пару посылов. То есть я сейчас делаю, чтобы у меня одна дорожка управляла вот этими двумя. MIDI-посыл делаю. Так, для новичков объясни попопулярнее. Я сейчас, у меня активна вот эта дорожка. Вот, когда я на нее играю, ну, пускаю MIDI, у меня играют вот эти обе дорожки. Ага, все. Вот без одного слоя. Вот второй появился, да? То есть мы можем попробовать второй слой сделать на октаву выше. О, уже прям так, я бы сказал, бы интересно. Да, вот такая вот тема. То есть всегда можно еще лайернуть какой-то слой. Причем вот этот второй верхний слой, его любят очень реверить. Прям жестоко. То есть я не знаю, кого бы взять. Ну, лексикон мой любимый, например, Random Hall. Вот, здесь, в принципе, тоже жанровая особенность. Вот, из такой достаточно сильной компрессии. Ну, возьмем... Допустим, мой любимый Мазерати. Вот. После ревера обращаю внимание. Это интересная вещь. Ну, такая атака, да, появляется интересная. Да, и он ревер сейчас вытаскивает сильно. Вот всегда можно, конечно, ревер подкрутить. Уже под задачи, там, под микс. Мы долго синтезом занимаемся сейчас, но в целом примерно вот я сейчас сыграю. Так, я забыл, что я там играл. Можно вначале что-то простое на тех же нотах, да, а потом улучшить. We'll be right back.
по-другому чуть-чуть сыграю. То есть вот я обычно ищу грув. То есть вот само по себе вот это может сейчас звучать, например, прикольно без фоношки. Все, только отквантую. Да, с квантизацией тоже здесь есть определенные моменты. В такой музыке принято делать свинг. Достаточно такой сильный. То есть, ну, и от лупа зависит. То есть я сейчас квантану, допустим, процентов на 35. Армен качает головой тут. Опять же, я люблю делать аддоны. Вот возьмем наш мид-бас, вытащим его вообще отсюда. Вот. Вот. Так, только ничего не сохранилось, но я это быстро сейчас накручу. Вот, берем все те же принципы. Вот, и в Е делаем... Ну, пусть будет так, на мастере детюн. Ну, например, вот так. Вот, вот вам аддон хороший, сейчас сделаем. Да, сюда сент идет, нам сент не нужен. Нам сент не нужен. Ну, я так сейчас это очень скромно делаю так. Фано уже не катит сюда. А чё, а мне нравится, в принципе. Ну, в смысле, его просто... Я сейчас по-другому бы это сыграл и, возможно, даже тембр поменял. Ну, но, может быть, да. Как ну, бы идея... Тоже нормально. Вот, здесь уже особенности жанра. Ну, тут кто что делает. Я по-разному изгаляюсь. То есть, например, что могу сказать? Вообще, deep house или там даже гараж, two-step... Его раньше писали музыканты, такие матерые, то есть некоторые там вообще джазом увлекались. И вставки джазовых каких-то аккордов здесь абсолютно в тему. Вот. То есть я сейчас что-нибудь сыграю. Вот, то есть, ну, я что-то там более-менее преджазованное сейчас сюда заиграл, и это уже может нормально прокатывать. Ну, естественно, я сейчас особо тут не писал там что-то такое сверхъестественное, но вы имеете в виду, что какие-то джазовые аккорды, которые вы можете, например, взять... в том же серуме, да, готовые. Есть... Леша, мы пропустили, а как называется вот это, то, что ты только что наигрывал, плагин? Это Lounge Lizard, это электропиано. Ага. То есть, своеобразно звучит, так интересно. Он хорошо звучит. Например, там... Кто же его использовал-то в наших вебинарах? Рома, я фамилию забыл, ну, по киномузыке. А, вот, да, он, Вишневский, да. Вишневский Рома, да, вот он любит это электропиано. Ну, мне тоже нравится. То есть, вот, можно более попсовое звучание дать, если такие попсовые аккорды сыграть. От аккордов, кстати, много зависит. Именно от того, как они исполнены вот сейчас. Слушай,
Уже другое, да, настроение? Лёш, блин, тема очень интересная и очень много вопросов. Давай я все-таки тебя буду как-то немного... Давай, друзья. Потому что очень много вопросов задают, блин, и у нас есть. Смотри, мы обещали, то есть давай то, что мы обещали. Вот у нас есть вот бас, да, который вот своеобразный ритм, какая-то мелодия. Вот давай его пока что замутируем, да. Я хотел бы, чтобы ты показал людям, вот ты уже показывал в платном вебинаре, но здесь как-то по-другому, возможно, ну, в другом формате, возможно, не знаю, по-новому, показать, вот как можно под эту же композицию другой рисунок, какой-то ритм другой. То есть вот, ну, какие-то 2-3 варианта, если возможно, еще вот этим же басом, возможно. Этим же басом. Да, то есть у нас больше наш по ритму, по мелодии, вот что-то такое вот интересно. То есть как можно будет обыграть, допустим, вот то, что ты наиграл по-другому, допустим, как-то? Да, ну, смотри, первое, здесь я сыграл совсем просто, на одних и тех же нотах. Вот, я бы, например, здесь поискал... Ну, во-первых, нам сайдчейна не хватает очень сильно. Я сейчас добавлю сайдчейн, уже заготовленный, кстати, хорошая вещь, Volume Shaper, рекомендую. Ну, вы слышите, да, что все очень просто. С этого, по крайней мере, можно начинать, чтобы поискать. Например, часто вижу, люди вот делают как? Двигают ноту и слушают результат. Че, ну разве плохо? Вот так тоже хорошо, да? Ну да, кто сказал, что так нельзя, да? Да, потом, какие приемы еще действуют? Различные нарезки. То есть, вот, допустим, я сейчас поставлю ноту перед нужной мне нотой. Ее, допустим, резану. Ну вот у меня есть тут скрипт, вот порезал я. Вот, смысл, чтобы разнообразить вот этот бас, заключается в поиске именно идей. Вот, но именно конкретно в Deep House бас не сильно заполняет аранжировку. То есть, если бы это был какой-нибудь там фулон, мы бы там вот так-то все заполняли там. Ну, здесь такого нет. То есть, здесь рисунок баса обычно не забит. То есть, я бы, например, рекомендовал пользоваться аддонами больше. Например, вот так. Например, да, и уже глядя вот на это все, здесь я могу увидеть, например, как это называется, гост ноты привидения. Вот, увидеть, где у меня пустота сейчас, и попробовать использовать мой второй, например, бас, мид-бас, вот этот. У него уже можно, да, у него уже можно поискать какие-то идеи. То есть это, опять же, смысл в том, чтобы попробовать разнообразить за счет количества элементов. Тут не обязательно, что у вас один и тот же бас должен быть сверхуникальный, какой-то там много всего. Я обычно вот аддонами пользуюсь. Причем это даже не совсем аддон, это такой конкретный вот бас. Вот тут уже можно поискать. Второй момент, то есть аддонами могут быть любые звуки, абсолютно. То есть вот смотрите, как получить громкий микс? Опять это уже на другую тему. Нужно постараться использовать звуки там, где других звуков нет. К примеру, вот вокал, о вокале мы говорим, о вокале. Вот я возьму вокал сейчас на отдельную дорожку, вырежу там что-то и поставлю его там, где у меня нету нот. Например, вот здесь. Ну, что-то я сейчас еще найду. Например, вот здесь. Вот, он впишется сюда идеально, потому что здесь ничего нету, никакого баса там. Можно этот рисунок повторять, чтобы это дело западало в голову людям, когда они слушают. Вот примерно так. Только я не туда скопировал, простите. Вот, дальше, это относится, ну, на мой взгляд, вот к рисунку баса косвенно, да? То есть там, где у вас вокал, желательно, чтобы его особо сильно ничего не закрывало. Но можно, и, то есть посмотреть.
Можно и прикрывать. То есть, вот, в принципе, ориентироваться надо и на это тоже. То есть, может быть, вот так вот. Смотрите, у меня вот здесь вокал в середине, а я вот между ними поставил. Но все равно этот вокал, он такой не основной, он такой воксовый, да, по большей части. Это фишечный, то есть вот смотри, как я сейчас сделал. У меня вот вокал стоит между, вот он, вот вокал, между ними две ноты. Прикольно получилось, на мой взгляд, вот послушайте. То есть, на мой взгляд, вот то, что между ними, это хорошо. Вот, дальше, по поводу партий. То есть... Если говорить, в принципе, о партиях, я вот тут как-то делал себе заготовочку, покажу вам. Хелденс. Оливьер Хелденс. Ох, как хорошо. Вот, я просто сидел, переснимал, мне было интересно. Иногда этим занимаюсь. Просто так, для себя, никуда это не выкладываю. Вот. Вот этому звуку побольше ревера, то вообще супер. Все правильно, так оно и есть. То есть там нужен ревер, но он просто не сохранился у меня в этом темплейте. Вот, то есть здесь другая фишка, связанная с басом. Смотрите, здесь мелодия повторяется. Вот два слоя у нас. Только что он не играет у меня почему-то. Потому что MIDI Studio Logic. Вот, сейчас покажу, в чем особенность. Именно вот Оливьер как делает. Здесь ноты повторяются, но нота саббаса, вот я ее сейчас сделаю. Я сейчас их... Нота саббаса тянется постоянно и непрерывно. То есть вот это видно, я включу, наверное, даже. Так, вот так. Нет, вот так. Нет, не так. Вот ноты саббаса, они тянутся постоянно. То есть вот саббас включим, послушаем. Вот, а мид-бас, я его низко опустил сейчас. Короткий звучок совершенно. То есть здесь вот такой принцип применялся. Леша, повесь сразу ривер тогда, послушать вот вместе, интересно. Вот на этот звук. Давай я сейчас больше риверка там сделаю. Ну, надо конкретный какой-то лексикон, видимо. Вот, я их сравнивал, получилось, в принципе, близко. Ну, за исключением вот того, что ревера тут нету. Надо сравниваться, по идее, как бы, чтобы вообще подогнать. Но, в принципе, вот применял все те же приемы, о чем мы только что говорили. Вот этот звук накрутил. Ну, там частично, то есть от какого-то пресета я отталкивался. А саббас, тут о нем говорить даже нечего. Мой любимый бендер. Вот. Ну, по этому вопросу вот... Да, давай пойдем дальше, потому что уже там спрашивает. Угу. Так, вот Леша, вот интересно узнать, как в идее музыки с гармонией делать интересные мелодии. Это давай вот мы сейчас соединим несколько вопросов. И тут угу. Вот интересуется еще про лейеринг на синтах, типа Дэвид Гвет. Ну и там Авичи всякие. Можешь, я понял. Ну вот что-то такое, да. Давай с лейеринга, наверное, начнем. Да, расскажи вот полностью про лейеринг. Допустим, будем считать, что многие из нас новички, не знают, не понимают, как ты между ними там собираешь, эквализируешь и все такое. Ну, собой. Смотрите, если последить за вообще развитием лейеринга именно вот в такой музыке, типа Авичи и так далее,
были такие виды изменения лейеринга. То есть вначале был один вид лейеринга, одни звуки использовались, потом другие. На мой взгляд, сильно зависит уже от жанра. То есть на самом деле нет смысла прям вот запоминать, какие конкретно сейчас звуки там используются, потому что потом будут использоваться другие. Но приемы есть, какие используются. То есть вот для начала вы должны выбрать главный звук, неважно, что это будет. То есть он у вас может являться вообще там фортепианом, да? Ну, в данном случае у Avicii у какого-нибудь, у него это обычно какие-то суперпилы. Вот, то есть, ну, синтез понятен. Я накручу что-то простое. Да, важная деталь. У некоторых звуков есть релиз, а у некоторых его совершенно нет. Это совершенно такая вещь важная, дополняет друг друга звуки. То есть вот я сейчас какую-то штукень сыграю попроще. Вот. Голосов можно больше, то есть можно суперпилы вообще сделать. Леш, вот, ты можешь вот на примере вот этих аккордов, вот опять же какой-нибудь вокал тоже найти, вот как ты проходил, вот из Vengeance, возможно, и под акапеллу интересно бы посмотреть. Ну, чтобы какая-то вырисовывалась у нас уже давай. Тема. Так, вокал. Если есть, там, может, женский вокал, если можно найти. Есть вот Глория. Yes, I do. Что-то Глория какая-то злая. Ну-ка. Так, это у нас вокал Essentials. Это не то, я хотел студию Essentials. А, вот это будет лучше. Это будет лучше. Нам надо ударов где-то... Ну, 130. Every time you walk around. Every time you walk around, I feel my feet don't touch the ground. Ну пусть будет, допустим. Так, ну-ка я заценю, что это вообще за... А, ну так я и знал. Смотрите, в чем особенность аккордов сразу. Аккорды... Изначально первого синта, они не широкие, то есть их немного нот рядом. Ну, что-нибудь сыграю. Так, у них там скорость сколько? 130, ты, по-моему, говорил. 130. Ну, тогда все верно. Ставим 130. А теперь поставлю 128. Every time you walk around, I feel... Так, она мне мешает. Ну, например, сейчас я их немножко подправлю. Вот что значит аккорды добавил и уже нравится. Наверное. Так, сейчас подправлю. Я просто метроном совершенно не слышал. Вот, играл как получилось. Так, тут не так. Вот, сразу определяемся с квантизацией. Квантизацией. Небольшой свинг подойдет. Все, отправляю, Леш. Вот, это первый слой. Мы можем сразу его General. Леш, а ты тут забыл сохранить, да? Нет, тот я сохранил. А,
Окей. Тогда вот. И этот сохрани, если что. Можно сохранить. Это у нас... Что это у нас? А то Big потом Room. В записи появится, будут тебя спрашивать. Угу. Второй слой может быть другим. То есть, например, у Avicii, помню, какое-то время использовались аккорды колокольчиков. Ну, колокольчики потом, давайте фортепиано. С Nexus такие здесь штучки. То есть берем фортепиано какой-нибудь Dance. Его можно пошире. Допустим, дублируем наши звуки, наше MIDI, но у дубляжа полностью убираем низкие ноты, они нам не понадобятся. И делаем транспонирование. Что это такое? Вот я выбираю в середине, ну, практически рандомом ноты. Вот у меня нота до, и я вот эту нижнюю переношу на до наверх. Слушай, вот это вот интересно. Надо запомнить. То есть у меня аккорды сейчас другие стали. Видите, здесь по-другому теперь это звучит. Да, да, да. Сразу поменялся характер. Да, в чем штука? Покажу на MIDI-клавиатуре. Аккорды основного синтезатора были ниже. Это чуть выше. Это дополняет друг друга. Вот включим вместе. Слышно, да, как это работает? Дальше. Можно еще сделать фишечку. Например, вообще мы все урезаем, оставляем только верхнюю вот эту вот партию. Мы ее можем поменять всегда, пока так. И берем какой-то еще очередной, например, звук. Например, мы можем взять Nexus, мой любимый, и взять что-то из колокольчиков, например, Bells. Или Plucky мне. Ну, Plucky тоже. А, ну, ты ищешь сейчас такой высокочастотный, да, чтобы так ну, по ушам тогда, во, что-то такого было. Можно его сделать вообще вот здесь коротким-коротким. Его можно как аккордами, так и отдельной ноткой. Вот отдельная нотка. Слышно, да, что это, ну, что-то играет, а что, как, почему, не особо. Но это работает. То есть добавим там дилей. Вот, есть еще вариант основную партию еще раз продублировать и сделать уже что-то иначе. Лёш, вот как раз вопрос на YouTube интересный, смотри. Скажите, как быстро писать дополнительные мелодии? То есть мелодии как бы на заднем плане, они дополняют основную мелодию. Ну вот как раз можно... Вот... Можно, смотрите, вот есть вот эта мелодия. Я сейчас ее еще раз продублирую и выберу какой-нибудь лид и покажу, что можно еще сотворить. Дело в чем, здесь у меня сейчас каждый звук, каждая партия завязана на предыдущей, но другая. То есть я, смотрите, сейчас возьму лид. Так, дилей уберем. Ну, неважно, да, я возьму даже вот такой вроде как бы неподходящий звук. И сейчас все эти нотки проклею. Склеили, 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 склеили. Дотянули там до конца. Ну, понятно, да, что я сейчас делаю? Да, обрисовываешь, да, в каком-то смысле? Просто, да, продлил, то есть вот моя нота вот так будет звучать. Ну, длинными получается, полупэд. Да, его можно поднять наверх. Звук вот, не это, самый, кстати, как бы подходящий. Прикольно, даже вот так, знаешь, вот, ну, если да, еще звук подобрать, интересно, там вообще.
Кстати, Лёш, еще вот я, можно, от себя добавлю? Да. Но я думаю, ты сам это мог бы потом добавить тоже в проект. Именно арпеджиатор, да, можно еще тоже добавить? Можно. На фоне. Потом, вот этот звук можно, опять же, немножко усугубить. Например, изменить ноту, поискать. Вот так, например. Уже ищем какой-то мотив. Но заметьте, на основе всех этих аккордов, которые друг с дружкой взаимосвязаны. Лёш, сохраняй, я буду танцевать под этот трек. Вот. Это сейчас все взаимосвязано и работает между собой. Ну, последнюю ноту тоже можно. Вот, то есть, как бы я сейчас, если добавлю какие-то из бигрума клэпы, возможно, уже будет как бы прикольно звучать. Так, сейчас посмотрим. Бигрум, бигрум. Ребят, такая очень обширная тема у нас сегодня получилась. Я смотрю, активность у нас так повышается. Если вдруг какие-то темы не успеем сегодня, как говорится, обговорить, посмотреть, то обязательно попробуем в следующий раз сделать часть вторая. Будем, да, говорить, можно, вот, я, да, с удовольствием. Очень смотрю, ажиотаж такой большой и вопросов много, поэтому... Я с радостью, ребят, задавайте. Пока все это звучит слабо, потому что, во-первых... обязательный пункт — это сайдчейн. И вот различные... Лёш, как раз был вопрос, как правильно настраивать сайдчейн. О, это интересно. Смотрите, даже я сейчас коснусь даже не вот этих партий, а вот у меня есть бочка. Если я на соседней дорожке сделаю какой-нибудь белый шум, допустим, ну, я не знаю, возьму массив мой любимый. Сделаю массив, добавлю хорус. Так, какой-нибудь бенд-пасс. Вот, я сейчас практически рандомную такую вещь делаю. Ну, вот смотрите... прорисовал партию. И сейчас за счет сайдчейна я могу дать бочке определенную фишечку от этого FX. То есть, смотрите, сейчас я нарисую какую-нибудь вот такую вот вещь. Чувствуете? Если я сейчас сайдчейн сделаю другим, например, вот таким. Опять же, вряд ли кто-то мне сейчас скажет, что из этого лучше. Потому что все зависит от фантазии. Вы можете сделать абсолютно разный сайдчейн в данном случае, который будет давать разные штуки. К примеру, вот еще сейчас что-нибудь накручу. Вот сократим. Сократим вот так вот. Вот так. Определенный грув будет давать, то есть это как буквально как шум людей, которые там кричат. Так, у меня сейчас все заиграло. Вот, по поиску сайдчейна уже на синтах, эта история такая, тоже надо искать. То есть вот я сейчас вообще грубый вот такой сайдчейн сделаю. Thank you.
особо ловишь? А потому что его надо настроить. То есть здесь... А, или его подмешать, здесь... да, просто чуть-чуть? Нет, здесь нужен обязательно сайдчейн. Просто можно второй слой тоже заюзать и его уже практически не юзать. То есть вот сделать его вот таким. Так, а можешь поподробнее вот этот, про второй слой? Это что такое? Это фильтр. То есть у меня отдельно сайдчейн для низов и для верхов. Вот, ну, вот здесь полоса среза. И здесь видно, как они подпрыгивают. То есть если, например, верхний слой вот так сделать. Видишь, у меня низ подсайдчейнивается, а верх нет. Ну, сайдчейнится, но слушай, слабее. Не знал, это новая фишка или давно? Нет, смотри, здесь мало того, здесь есть вообще три полосы. Ты можешь три сайдчейна сделать по-разному. Там на сап один, наверх другой. Это Volume Shaper новый, четвертый. Ну как, уже год ему может быть. Ну я понял. Просто вот он такой прикольный. То есть, по идее, я сейчас сделал технический сайдчейн. У меня сайдчейнится низ, как я ему тут укажу, там вот 600 Гц, и вверх. С бочкой не слышно, что сайдчейн есть, а так вот... Леша, а включи с вокалом послушать, вот что у нас получилось. Да, давайте. Сюда бы какие-то еще вещи, то есть накинуть бы. С учетом, что это ничего не обработано, блин, уже звучит достойно. Ну, мы ничего не сделали по факту, то есть увидеть. Ну да, чисто так импровизационно. О, кстати, вот этот... Леш, вот этот вот клэп, кстати, очень многие забывают, да, вот это очень такая популярная фишка в идее музыки. Да, вот, причем на сильную они... долю. Есть совсем разные, то есть бывают как под белый шум практически. И не только, кстати, его забывают, можно еще и райд добавить любой. Вот даже вот такой. Сейчас я его... Кстати, с ними тоже сайдчейн прокатывает, не поверите. Сейчас покажу. Вот бочка и райд. Вешаем на райд сайдчейн. Леш. Миша Бастек вопрос тебе задал. О, Миша с нами. Мишке привет. Можно прочитать для разрядить обстановку? Алексей, ходят слухи, что продюсеры IDM перестали использовать саунд-дизер на мастере. Не разве... знаю, мне кажется, сейчас. Больше стали. Подожди, разве эти слухи и просят ли твои заказчики дать жару саундгудизерам на мастере? Я отвлекусь и расскажу один прекрасный случай. У меня один товарищ заказывал аранжировку у кого-то, у ребят, и они сделали демку, скинули, ему понравилось звучание, но он хотел, чтобы я ему пересвел. Я пересвел, скинул, он говорит, слушай, а что так... Тихо, у тебя тише, чем у них. Я говорю, а дай-ка с ребятами пообщаюсь. Я говорю, ребята, а что у вас на мастере висит? Они мне говорят, на мастере висит Fast Dist. Это просто лупсовский дисторшн на мастере. Дабстеп ребята делали. Так что, блин, я не знаю, кто что кладет, я не знаю. Можно такую жесть положить, и никто не узнает. Ну, по поводу саундгудайзера, это уже даже не смешно. А потому в Reaper'е нету саундгудайзера? Есть плагины с Fruity Loops, но я их как-то не особо юзаю. Они не очень хорошо сейчас работают пока. Вот, про райд, сайдчейн райда, это реально работает. Вот смотрите, как это... То есть я буквально срезал. Можно сильнее, можно дать грув. Клэп то же самое. То есть я даже с клэпом слышал сайдчейн. Это удивительно, но это работает. О, блин. Леша, а их вообще склеивают вместе или тут по желанию? Ну, имеется в виду вот эти вот клэпы, все райды, ну, как... В группу? Да, за глю каким-то, не знаю, склеивает. Да, ну, в принципе, реально это сделать. Вот клэп коротенький слишком. По идее, я бы другой бы вот сейчас вот так, оп, взял.
То есть оно добавляет такой атмосферы, да, получается? Вот у тебя вот тот шум, клэпы, они как бы такие фоновые атмосферные звуки, они правильно? Как-то вот подчеркивают остаток бочки. То есть вот во время клипа это всего не звучит, клика, а потом оно вылезает, и вот... Это такая ядреная вещь, то есть сюда можно еще и людей найти, добавить. То есть, как это называется, я сейчас найду, покажу. Crowd. А, вот. Да, классный плагин. Есть, кстати, плагин, знаешь, тоже, Тенди Вакс показывал. Сейчас покажу. Вот про сайдчейн спрашивали, как можно сайдчейн использовать. Да как угодно. Вот смотрите, я сейчас сделаю наоборот. Я добавлю крики людей... Наоборот, на начало фразы. Вот вам и сайдчейн. Вот, смотрите. Зарежем остатки. Так, что это он? Вот так. Сейчас я настрою это дело, как подобает. Вот. Может быть, даже чуть-чуть в начале подубрать. Блин, так раскачивается. Ну, то есть, как угодно, вот уже аккорды. Ну, частично это юзается, вот такие вещи. Вот, вот такая супер, тема сайдчейна. Супер, Леш, у меня прям взрыв мозга от переизбытка информации. Слушай, давай, знаешь, как, вот чтобы именно завершить тему аккордов, еще были там вопросы по поводу этого, шумов. То есть как можно еще креативно подмешивать шумы там, ну, то есть нойзы всякие. Ты уже показывал это, ну, давай уже, раз уж мы начали вот тему. То есть именно, возможно, к этим аккордам, знаешь, вот когда синтезируешь звук, да, там, подмешиваешь шум там. Давай сделаем звук. Ну, что сделаем? Возьмем, предположим... Ну, возьмем массив, опять же, мой любимый. Если к любой гармонике здесь, ну, к любому осциллятору добавить вот белый шумишко... Так, у меня что там, сайдчейн на нем? Он сразу так звонче, да, провязает так вот. Интересно. У него, да, от него вылезают такие интересные вещи, причем... Наверное, если кто-то копался, здесь есть разные варианты шумов в массиве. Есть вообще вот тут даже, блин, питание сети. Интересно. Бумага какая-то. Вот, и сверху на все это дело, если положить дисторшн, иногда дисторшн очень прикольно работает. Там хард клипер или вот параболик шейпер, сайн шейпер. Вот без белого шума. Вот, можно попробовать сейчас какую-то тему сделать. Так. Настроим огибающую по вкусу. Сыграю сейчас что-то наподобие там арпа. Ты про арп говорил? Да, ты будешь подыгрывать, да, получается, к нашей мелодии? Ой, блин. Можно, ну, я как я руками сыграю, можно было готовый какой-то взять. А в репере нету, да, арпеджиатора? Встроенного я там какой-то был, но я в нем особо как бы сильно не разобрался. Вот, но я часто руками именно набираю, никогда не юзаю ничего. Так, хотя я по-другому немножко сыграю. Ну, типа того...
Вот, вот этот звук с шумом, в чем особенность? Будет ярче он пробивать оранж именно с шумом, с белым. Можно ему сделать огибающую. О, вот так классно было. Тонко так. Еще один, например, голосишко добавим выше на октаву для жиру. Леша, а попробуй вот, чтобы мы же все-таки тему шума, да, вот разбираем сейчас. И, а может быть, какую-то автоматизацию на noise, там, знаешь, давай вот, я сделаю. Побольше, давай, поменьше. Давай. Очень, кстати, креативно звучит так. Я его возьму. Да. Смотрите, я вот второй вот этот макроконтроллер сейчас заюзаю под котов. Под котов. Да, коты у нас будут. Вот, его же я могу использовать, например, в чем-то еще. Ну, например, на pitch, вот на вот этот. Его же я могу использовать там еще где-то, на хорус, например. Добавить там какой-нибудь ревер здоровый. Вот, и все, и автоматизируем эту вторую ручку. То есть у нас, например, со второй половины там тема развивается. Ну, слышно, да, было, что произошло? То есть... Я, наверное, сейчас по-другому сделаю, чтобы это было более... А у тебя арпеджио ты не подгонял, да, по ритму они как-то? Ну, он там что-то свое играет. А, может, типа, просто они тонкие такие, не? Ну, наверное, можно и их длиннее как бы сделать спокойно. Вот, а вот эту штуку сейчас мы сделаем вот так. Сейчас, когда квадрат такой длинный, можно прочувствовать, как это дело видоизменяется. Там где-то ближе к концу бочку надо, наверное, вырубить. И вообще все остальное вот так вот. Ну, естественно, сайдчейн убирается. Но вот я белый шум использую примерно в таком виде. То есть там, ну, естественно, пресет можно вообще как угодно здесь наворотить. Вот, по идее, как бы есть всякие здесь заморочки, даже, знаете, какого рода, вот, добавляем белый шум, вот, и вешаем этот LFO на ту же самую, там, на панораму. Вот. Ну, я это не на массиве, на самом деле, кручу обычно. Вот, так, где у нас панорама, вот она. То есть мы можем... То есть вот усилить можно рейд и амплитуду тоже усилить, например. Мне надо пораньше. Вот, а уж саму ширину вот здесь. То есть, как бы, вариантов, как усилить можно это дело, дофига. Можно тут бенд-пасс опять заново. Вот эту штуку. Леш, сохрани потом нам проект. Чувствуете, вот этот, да, вот... как он там
усиливается. Да, Леш, ты же подписываешь, да, чтобы потом, может, проектами потом скинул? Вот, да, это, подписываю. Допустим, это Bigroom, единственное, да, я заранее извиняюсь, у меня аудио-юниты все-таки используются тоже, и винда их может не открыть. Ну, в Reaper'е я имею в виду. Ну, окей. Ну, хотя бы там, не знаю, ноты какие-то. Нет, ноты моменты откроются, синты какие-то откроются. Леш, с этим понятно. Вопросов, на самом деле, очень много, поэтому давай перейдем к следующей теме. Следующая тема, давай вот разберем именно бас. В частности, бас именно в прогрессив хаусе. То есть тут много вопросов про прогрессив хаус. Как раз твоя любимая тема, насколько я помню, Динка и все такое. Ну, что-то вот в этом стиле. То есть, если можно, вот именно про басы в этом стиле, возможно, тоже лейеринг и все такое. Ну, что-нибудь такое атмосферное, знаешь, вот можно будет такое. Ну, давай так поступим. То есть вот у меня сайлент-то сейчас не запустится, но давайте накрутим в массиве. Так. В прогрессиве очень сильно влияет на вот бас, на звучание баса, на самом деле звучание аккордов. То есть, вот, допустим, я сейчас возьму, там, пила. Так, это мы сейчас бас будем делать, да? Не, я хочу изначально аккорды крутнуть. Вот, пила одна, пила вторая и пила третья. Вот, между ними обычно есть разница небольшая в детюне. Вот, то есть я сейчас ничего еще не сделал пока. Уже, в принципе, он жирненько, всего лишь три голоса. Вот, делаем детюн, допустим, пару голосов. Вот, дальше какая особенность у таких звуков? Я сейчас просто про аккорды надо поговорить обязательно. Делаем на pitch, на каждый голос, огибающую. Сейчас вот я сделаю ее побольше, ну, допустим, на 24. И тут. И вот тут. Очень короткий вот этот дикей даст щелчок. Можно еще меньше. Вот, а теперь огибающий на фильтре. Low pass. Еще одну огибающую. Леша, а у тебя эти звуки уже накручены есть, да? Ты просто показываешь с нуля вот для понимания. Правильно? Да, для всего. Мы сейчас из него и бас сделаем. Вот, особенность аккордов вот таких вот штук состоит в том, я сейчас сыграю, покажу в пианороле. Ну, допустим, особо тут. Особенность в том, что вот вы видите, у меня внизу вот эти ноты дублируются в октаву. Это очень низко. Это очень низко все находится. И это будет дублировать наш бас. Почему это важно? Потому что бас не будет таким сверхжирным, сверхшироким внизу и очень таким открытым. Потому что у нас аккорды это дело все будут занимать. Вот, теперь сам бас очень сильно зависит от того, какая бочка. Например, если мы возьмем Ромеро кик, люблю очень этот кик. Вот, пресетик можете отталкиваться от Ромеро кик 2.
Вот тут все просто. Так. Вот так вот я сделаю. Вот, кик обычно в Deep House не особо длинный. Вот поэтому можем здесь использовать гейт. Леш, мы уже прогрессив пишем. Пишем прогрессив. Ну, один хрен, что-то. Ну, по сути, похоже все. А мы что должны были? Прогрессив. Ну, а это прогрессив. А ты говоришь Deep House. Тьфу, простите. Я про прогрессив. Ну, такой типа Динки там, да? Ну, да. Вот, бас изначальный низкий бас, может быть... Блин, а мне сферу открыл, промахнулся. Вот, он может быть таким не сильно ярким, но у него должна быть обязательно атака. Поэтому берем мой любимый бендер, делаем огибающую на ВТ. На бендере написано 90% электронной музыки. Ну, на FM, так скажем. То есть вот мне просто на массиве это удобно сейчас сделать будет. Во, вот так вот глубоко звучит. Вот, вы всегда можете взять и домешать еще один осциллятор, например, синус, который будет давать жир, если он нужен. Второй момент важный. Здесь в разделе OSC, если нажать вот эту кнопочку, у вас все в фазе будет обязательно. И покрутив фазу, вы можете найти другое звучание. Вот сейчас больше баса, чем здесь. Пусть будет так. Дальше. Дублируем полностью нашу партию. Убираем все. Оставляем только аккордовый. Ну, в смысле, вот этот ведущий бас. Он повторяется. Слишком короткий, поэтому я сейчас это дело все поправлю. Так. Вот, дальше. Можно уже его как-то немножко подкрутить, добавить сайдчейн. Я сейчас этот же пресет дублирую. Делаю пару голосов. И осциллятор вот эти вот ретрик уберу. Пускай он будет всегда широкий. Вы можете поэкспериментировать, например... Сделать его вот поярче чуть-чуть. И продублировать. То есть я сейчас продублирую. Это у нас General Bass. General Bass. А это Mid Bass. Вот, у второго баса можно смело срезать низа, они нам не нужны. Резать лучше, слушая и тот бас, и другой. Леш, вот как раз, можно я прочитаю вопрос про вот эту тему? Ну, тут немного про лиды, но в целом, я думаю, один ответ будет. Обязательно ли проводить эквализацию при лейеринге, допустим, трех или более лидов? Или главное, чтобы оно все звучало так, как задумалось в идее? Не, ну если у вас звучит уже так, как вам нравится, то, конечно, можно оставить и так.
Как говорится, лучшее сведение – это отсутствие сведения. То есть, если у вас все сходится и все классно, почему нет? Просто я скажу человеку так. Относитесь к эквалайзеру как инструмент, который меняет тембр под ваши нужды. Да? То есть, если у вас нет нужды что-либо как-то менять, то и нет смысла им пользоваться. То есть, такого нету обязательного, что вам обязательно надо использовать эквалайзер. Это всего лишь инструмент, так же, как и как бы любые другие. Вот, поэтому вам надо для начала иметь цель. То есть, когда вы имеете цель, зачем вы это делаете, у вас будет понимание, как этого достигать. То есть, к примеру, я вот сейчас использовал низкий звук, а второй я решил, что он будет добавлять ему верхов. Тогда зачем ему низа? Опять же, если при выключенном эквалайзере это совместно как-то клево прозвучит, то почему бы не использовать и не включая эквалайзер? То есть, кто его знает, может, вот эти низа, которые, по идее, не должны быть, хорошо будут сочетаться, но в данном случае я их режу по-любому. Потому что на какие вещи я опираюсь, да? Во-первых, это будет стереосаб. Зачем мне стереосаб? Я знаю, что мне этого не надо. Вот, во-вторых, я сейчас попробую как-то обработать, посмотреть. Вот Мазерати, про который я говорю часто. Вот он. Прикольно. Вот, пока это все не звучит, потому что... да, я, кстати, у второго звука могу взять и сделать его просто короче. То есть от него атака только остается. Вот, а теперь, если я на всю эту штуку закину, допустим, сайдчейнер... На обоих, да, кинул, я не заметил? Да, на обоих. Ну, один могу вытащить. Ну, пока, сейчас я добавлю аккорды еще, на них тоже нет сайдчейна. Вот, пока это все не так звучит, как мне хочется. Во-первых, кик. Всегда можно здесь полистать клики. Полистать клики какие-то, хаусовый клик, например. Такой процесс интересный, и кику всегда можно добавить какую-то атаку. Ну, вот, допустим, я сейчас зайду в сэмплы... прогрессив. Блин, сегодня такая, как в принципе всегда, но сегодня прям вообще такая у нас очень интересная тема. Всякая. Ну, добавим луп какой-то. Так, он у меня... Так, ну вот сейчас уже надо их как-то слушать и проверять. Сейчас чрезмерно низкий получается, конечно, звук такой. Может быть, его ярче. Да, у нас тут от кика дофига всего идет. Ну, давайте заменим кик на что-то более адекватное, что ли. То есть, вот я сейчас... возьму, допустим... Вот этот кик, он вроде бы такой, не немного в нем низа, но для прогрессива это часто в плюс. То есть кик... Вот добавим какой-то аддоновый луп. Сейчас посмотрим. Просто мы сразу много чего добавляем. Так, топ-лупс. Какой-то вот такой. Опять я забыл.
Вот с этими аккордами тоже определенные вещи, такие же, как я до этого сейчас показывал. То есть я, например, дублирую аккорды. Вот, и уже с ними делаю уже другие вещи. Например, низы урезаю, низкие ноты выделяю и перебрасываю их на октаву. Вот, обрабатываю иначе. Вот первый, например, аккорд, я бы сейчас вернулся и по-другому бы его сделал. Сейчас покажу. Я хочу сделать его помягче. Вот эта вторая огибающая. Вот, можно повесить кей-трекинг на котов, чтобы у меня высокие ноты были потише, по фильтру менее открытые. Видите, у меня и верхние ноты тоже закрытые такие. Вот это верхний слой, ну, такой низ мяса дает. А вот это может давать всякие щелчки. Так, сайдчейн у меня висит на нем тоже. Да, на первый мы повесим Мазерати. Можно его, конечно, чуть-чуть открыть. Вот, а второй звук сделать гораздо короче. Такой стаккато, он будет давать атаки. Вот, с ним можно по-разному поступать. Тут особо... Лёш, вот можно я прочитаю как раз про эту тему тоже вопрос? Лёш, расскажи, пожалуйста, о басе с современным EDM, Progressive House, его синтезе, взаимодействии с аббасом, эквализации басов, лейеринге с другими басовыми партиями и стерео-расширениями. Например, как у Swanky Tune. Спасибо. Кстати, очень много вопросов сегодня про стерео-расширение. Давай после этого еще затронем эту тему. Ну, то есть, пока вот на этот вопрос, если можешь ответить. Давай, сейчас я вот это доведу. Вот верхний слой, так как в нем меньше низов, можно юзать на нем всякие дилеи. Вот, и один какой-нибудь красивый звук уже здесь даст уже тему. Вот на него какой-нибудь там сейчас повесить EOS, мой любимый. По полной прям. Вот я его потише сделаю. Ну, допустим. Вот, то есть вот такие вещи дают объем. У вас может в треке не быть много дилеев, реверов. Но один-два вот таких звуков будут все перекрывать. Вот опять же, я не юзал здесь никаких пэдов. Накрутив какой-нибудь пэд. Все, накрутил. Так, добавим хорус. Так.
уже вот такая тема. Вот, по поводу, Армен, чего там стереорасширение баса? А, нет, тут вообще очень, ну, очень много вопросов почему-то про стереорасширение вообще. Смотри, давай я тебя все-таки зачитаю вопросы. А, приветствую, Алексей, как работать со стереобазой? Покажите технику на примере Spire. Ну и Logic просят, ну имеется в виду хотя бы Spire. Да, так, ну Logic ты это без еще, разницы. Да, еще, сразу еще один вопрос тоже про стерео. А, Алексей, посоветуй, пожалуйста, плагин либо способ, расширяющий стереобазу. Например, сделать шире или да в яме или верхний слой баса расширить. Ну, как-то так. Ну, вот смотрите, то есть вот я, допустим, сейчас возьму, кого бы взять. Леша, может, для новичков, для чего вообще нужно расширение? Вот как-то так. Ну, для того, чтобы у вас трек был широкий и все звуки было слышно, не получается так все, что, ну, все размещать в одном, так сказать, стереополе. То есть не получится, что у вас в центре и вокал, там, и бас, и бочка, и синты. Поэтому обычно приходится как работать? Либо у вас вокал, допустим, по центру, и все его окружает по стереобазе. Кто-то шире, кто-то больше, там, кто-то меньше. Вот, это для вообще для такой объемной картинки. Ну, то есть это я бы даже, наверное, назвал работа с планами. Стереобаза вот в том числе. Угу. Что касается расширения вообще в целом, ну давай я сейчас открою, допустим, Spire откроем или Serum. Вот в Serum есть панорама, есть панорама. Вот элементарный способ, человек спрашивает, как расширить следы. Да элементарно, вот у вас... на моменте синтеза вы можете это делать. То есть вот один осциллятор, вот второй осциллятор. Один мы отправляем влево, другой отправляем вправо. Почему сейчас мы не слышим разницы? Потому что они, ну, одинаково у нас работают. Вот я рандом ручку вот крутнул, теперь у меня... Чуть-чуть бегает звук. Сделаем два голоса там... Сейчас детюн сильный. Слышно, да, наверное, что он сейчас широкий, все с ним нормально. Да. Если бы он не был широким, вот рандом. Допустим, в нуле у нас. Все скромно так звучит. Ну, я, наверное, даже сброшу просто. Так, секунду. Ну, на примере опять серому. Вот, допустим, вот так вот скромно звучит. Не, вы можете использовать как минимум вот такие вещи, как дилей. Реа-дилей. Его возьмем. Ну, я на примере риперовского покажу. Просто потому, что у меня других никаких нету. Но вот аж-дилей, но в нем нельзя будет так сделать. Хотя, вы знаете, можно. Чего я гоню? Можно. Вот добавим вейвовский дилей. Ну, дилей как дилей. Добавим его на максимум. То есть, вот я нажал, он там срабатывает. Включаем режим в миллисекундах. И делаем очень мало. И делаем фидбэк в ноль. То есть, слышно, как он слева направо сейчас перескакивает. Чем меньше это значение, тем меньше заметно, что вообще есть дилей. Сейчас слышно, что звук широкий. Но его немножечко смещает как бы влево. Есть такая проблема. Ощущение, что он влево раньше поступает, поэтому вот так слышно. Можно сделать задержку больше и драйв отвернуть. Вот сейчас он сверхширокий. Вот, вы всегда можете делать следующее. То есть я даже сейчас возьму для примера Spire. Вот у вас многоголосие, там 9 голосов. И вот ручка wide, чтобы сделать широко. Вот, вы всегда можете воспользоваться плагином по mid-side обработке. И, допустим, тот же центр, да, от Waves. Опа, какой он красивый. Вот, центр, вы можете убрать мид-канал, ну, сделать его меньше, и вот вам супер жирный звук, широкий, вот без него. Другой вопрос, насколько сильно, то есть вот эти вещи надо рулить по
под то, что вам, ну, под задачу. То есть, например, вокал в центре играет, и вот эта штука вокал забивает. Окей, вы можете резать. Второй вариант, вы можете всегда заюзать тот же самый ProQ. То есть вы можете также мид-сайдом включить вот здесь режим мид-сайд. Вот, и уже здесь в мид что-то там порезать. Вот он широкий стал. Широкий, но менее как бы массивный. То есть, скажем так, тут надо смотреть, как именно резать. Вот, может быть, сайт вы здесь поднимете. Вот. Ну, это сейчас вообще... Перебор был, но вот по сути как бы со стереобазой я работаю из исходников. Вот даже, допустим, сейчас с сэмплами я вам то же самое покажу на примере чего угодно. Вот, допустим, хлопки. Да? Леш, пока ты не начал, опять же, из-за того, что, извини, что перебиваю, потому что очень много вопросов, потом люди обижаются, что не задаем. Опять же, про стереорасширялки. Смотри, на чем обычно пользуются стереорасширялками, стереосужалками, и как грамотно пользоваться этими приемами, и на чем они уместны? Ну, это как раз то, что ты говоришь, я просто специально зачитываю, чтобы... Тут, понимаете, в чем вещь? Очень важно, что у вас в ранжировке происходит, и как сильно надо этим пользоваться. То есть, к примеру, у вас какой-то супер широкий... Вот такой звук. Я не знаю, что у него там в сабе творится, у меня мониторы, допустим, не выдают. Всегда можно открыть изотоп Озон, любой вообще, какой угодно там, ну вот шестой, допустим. Вот, вы всегда можете в этом имейджере, в этой стереорасширялочке, взять и сузить ширину полосы, отдельные полосы. То есть, вот я сейчас взял, сузил в сабе. Чувствуете, да, что сейчас уже стерео-то ушло? Да. На верхах осталось, но вы можете как бы смотреть, докуда стерео. Ну, допустим, до 300 там. Вы сейчас на 100% уверены, что никакого стерео в сабе не будет. А, допустим, мид-бас вы наоборот хотите расширить. В наушниках очень слышно сейчас. Здесь расширить, там и здесь расширить. Вот, вы, если как бы на вопрос отвечать, как вообще этим пользоваться, вы должны иметь примерную схему, для кого вы хотите это стереополе расчистить. То есть, если вы точно знаете, что там в сабе этого не надо, или, например, надо расширить стереобазу вот здесь, потому что у нас здесь вокал будет играть, а вокал будет в центре, например, играть, или наоборот. Вот исходя из этих вещей, как бы надо это делать. И никаких... рекомендаций больше нет. То есть, единственное, что, наверное, точно надо знать, это как себя будут вести на высоких частотах ваши супер расширенные какие-то звуки, потому что иногда может это не очень красиво звучать, иногда, ну, от случая, то есть, некоторые синтезаторы, суперпилы, там, я лично иногда в стереобазе, именно в стерео отрезаю немножечко верха, потому что мне не нравится, как это звучит. Опять же, такая вещь, как вот психоакустика, когда вы урезаете, допустим, стереобазу, где она у нас тут, стереоплейсмент, сайт. Вот если вы на сайт будете немножко урезать, где он, вот так, хай-кат, именно у стереобазы, то вы звук немножечко отдалите, потому что у вас именно стереосоставляющая будет меньше выражена в миксе. Иногда больше можно, то есть тут от задачи. Вот, на мой взгляд, лучше всего вообще с тонкими вещами работать именно вот в эквалайзерах с мидсайдом. Леш, можно ли сказать такую вещь, что, грубо говоря, чем ниже звук, тем меньше стерео, да. Чем выше, да. Ну, как бы вот как-то так. Все так, и причем, знаешь, в чем кайф? Те же самые принципы работают на, когда вы, допустим, вокалы расставляете аккордовые. Вокальные аккорды записали там кучу бэков. Низкие, как правило, стоит вот уже к центру раскидывать. Вот, я хотел показать приемчик стереобазы вообще из ничего. Давай, как раз вот, да, вот эта тема. Вот интересна. Один клэп.
И второй клэп. Более-менее похожие клэпы. Один я влево кину, а другой вправо. Слышите, что они... Вот этот может быть немножко не такой, но мы найдем. То есть тут фишка... Вот этот можно поменять. То есть находите два похожих клэпа. Ну вот это, кстати, может быть. И у вас стереобаза только за счет того, что вы их влево-вправо кинули. Еще один в центр кидаете. Вот видно тут. Вот, то есть, как бы, идея состоит в том, что два подобных звука можно раскидать влево-вправо. Это будет широко. Леш, расскажи еще тогда про метод хаоса. Хаоса. Ну, метод хаоса в действии я сейчас вот могу показать на примере офигенного просто дилея. Не знаю, может, Леш, может, не знаю, может, возьми какой-то прям супер моно и из него сделать. Я так и сделал. Вот у нас обычная супермона. Кстати, ну, вообще всем рекомендую поставить вот бесплатные плагины от Reaper. Они просто охрененные. Ну вот в чем прикол? Вот дилей вот этот. Я могу первый повтор указать ему, что он будет по времени, допустим, на 0,1 миллисекунды. Вот. Ну, слышно, что как он повторяется. У вас здесь в распоряжении есть ручка громкости. Панорама. Вот у меня чуть-чуть влево панорама. Я могу добавить еще один повтор. Хлоп, у меня во вкладке второй повтор. У повтора я сделаю панораму, например, направо. И сделаю время задержки чуть попозже. Здесь поменьше. Могу добавить еще один повтор и сделать у него, допустим, время позже и к нему добавить еще фидбэк. Повтор, то есть. Панораму в центр. Вот, это такие фишки. То есть эффект хаоса, кто не знает, это вот многократное повторение вот этого звука в разных пропорциях, там, по-разному. Через какое-то другое время. Вот, всегда можно здесь использовать фильтр. Чувствуется, да, как у него вот панорама побежала? Еще один тап добавим. Тут направо, пораньше. То есть вот такие многократные вещи, они... Вот слышно, какой стал супер широкий звук. Вот этот эффект хаоса тоже работает хорошо. Но единственное, что у вас в центр все равно будет загружен, ну, если только драй не убрать. Вот, собственно, то, что я накрутил. Вот, это эффект хаоса. Окей, Лёш, и давай тогда поехали к следующей теме по поводу бочек, EDM-бочек, бигрум-бочек. Алексей, привет! В современной EDM-музыке расходится мнение по поводу мощной бигрум-бочки. Кто говорит, что это простая бочка с длинным релизом, а кто-то говорит, что сама бочка имеет пинок, а остальное низ играю синты. Как ты считаешь, какой вариант лучше использовать и какие фишки стоит использовать? Спасибо! Это два разных абсолютно случая. То есть, да, есть такие варианты в EDM, когда бочка действительно имеет только начальный пинок, и там уже бас подыгрывает. То есть я вот сейчас могу это продемонстрировать опять на примере Ромеро, да, вот Ромеро. Ну, долго, наверное, сейчас это мы будем делать, но я сделаю. То есть вот я уже делал это пару раз, вот Ромеро. Делаем короткий вот такой кик. Вот. И... Его можно подстроить.
Вот такой буквально. Может быть, можно его длиннее сделать немножко, но на это надо смотреть. И какой-нибудь вот бендер всегда круто звучит. Вот, допустим, нота соль у меня. Опс. Вот. Он даже без сайдчейна нормально сейчас звучит. То есть, если я добавлю сайдчейн, это дело очень легко сводится. И что характерно, это будет громкий микс с вот такими вот вещами. То есть, ну тут вообще у меня прям много всего уже сделано. Если я это запущу. Ну, блин, я бы сейчас загрузил пример, чтобы мы послушали, но у нас это... Ты имеешь в виду как колокольчики, да, вот эти? Не, я имею в виду, как вот, например, вот из наших... из СНГ Арстон вот делает, у него есть такой вот EDM прикольный. Вот. У него мягкая бочка, такой мягкий бас. Вы поймите одну вещь, вот есть разные немного направления. Если у вас мягкая бочка и более-менее мягкий бас, практически его не слышно, то у вас в оранже должен быть какой-то яркий звук, прям очень яркий, который прям громче вообще всего-всего. И тогда вот звучание будет вот таким, ну, оно модное. А бывает, допустим, вот я тут просто давеча как-то баловался и вот что накрутил. То есть это просто тональная хрень. Обратите внимание, бендер. Это, сейчас я покажу, я взял атаку. То есть, ну, я просто пробовал накрутить вот эту бочку. Оригинально это вот она как звучит. Ну, то есть, вот здесь не хватило мне немножко там до вот такого звучания. Но на самом деле я недавно, у меня получалось вот такую бочку накрутить. Есть вот такой EDM, где бочка прям все забирает. Вот, а по наоборот, поводу... Леш, вот ты релиз, ну, сделал по длине, прикольно было, вот, когда растянул. Как, ну, вот эта бочка идет? Уже готовая, то есть я под нее и косил, собственно. А тут получается просто вот короткий пинок такой, да, бочки, и длинный такой бас, такой дисторшн. Да, 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 и, собственно, это такие бочка-басы, они готовые. Я вот пытался накрутить, в принципе, на нее там чуть-чуть еще довесить, и она будет похожа. Может, вот так ее сделать, к примеру. Получалось у меня, ну, в общем, вернувшись к бочке, нету такого там, что из этого лучше. Я могу одно сказать, главный вывод из всего. Если у вас очень много звуков, если у вас целая стена из звуков, там куча лидов, куча пэдов, нужно делать короткую бочку и не очень низкую. Вот, она потому что должна место оставить миксу, вам это все как-то надо будет зажать. Если у вас минимум звуков, если у вас Мартин Гаррикс, у вас там минимум, там может быть бочка очень крутая, мощная, низкая. Вот. Если у вас низкий бас, бочка тоже должна быть не такая низкая там. Либо если она низкая, тогда сайдчейн сильный. То есть вот так вот такие вещи очевидные я бы вот порекомендовал. Леш, тут как раз следующий вопрос тоже про бочку и про Reaper. Перешел с FL в Reaper и заметил, что когда я добавляю в Reaper сэмпл, например, бас-бочку, появляется высокочастотный призвук в сэмпле и повышается RMS на анализаторе. А когда рендерю сэмпл, призвука в отрендеренном сэмпле нету, а на мастере ничего не лежит. Подскажите, пожалуйста, как убрать это в Reaper? Спасибо. Ну, да, надо понять, во-первых, вот если он, допустим, копирует сэмпл отсюда, и у него здесь стоит, где тут, темпо-матч, если стоит, например, он, то у него будет под темп подгоняться, и, допустим, если он подгоняет под темп, и вот этот playback rate не равен единице, значит, он, ну, подвергался какому-то стрейчингу, естественно, вот этот стрейчинг даст там какой-то призвук. Вот я бы... попросил человека обратить внимание на это. Потому что, по идее, здесь нет никаких проблем. Оно звучит так же, как и везде. То есть вот у меня есть кик. Там, кик. Если я его сейчас добавлю, он будет абсолютно точно так же у меня звучать. То есть попробуй, послушай видеозапись. Вряд ли здесь будет какой-то высокочастотный клик. Вот сэмпл.
то же самое. То есть, наверное, стоит посмотреть вот этот рейд, да и все, собственно, особо больше ничего. Окей. Так, давай уже прям по вопросам, что осталось. Угу. А, при синтезе и построении гармонии надо ли стараться использовать осцилляторы с подобными друг другу волнами, или совершенно неважно? То есть, сейчас вот еще. А, угу. Если вся атмосфера более-менее мягкая и не агрессивная, вот как раз, наверное, то, что ты говорил только что, скажем, угу. без использования пилы, стоит ли при добавлении деталей использовать пилу? Как это влияет на общую гармонию и ощущение трека? Спасибо. Мне кажется, вот, ну, такое мое мнение, что в лейере как раз очень хорошо, когда звуки разные. Вот, когда, ну, потому что смысл лейерить пилу пилой, еще пилой, да, имеет значение, если у вас, допустим, разные звуки. Ну, вот представьте, как будет звучать пила, колокольчик, фортепиано там и еще что-нибудь. По этой причине часто появляются не типичные звуки в определенных жанрах. То есть вы там трэп послушайте, они там внедряют трубы. Как вообще связаны трубы, да, и трэп? Вот связаны. Именно так, что разные тембры, поэтому это все сходится. Если вы возьмете любой нетипичный звук, он всегда будет лучше слышен. То есть тут дело в чем? Если вы хотите, чтобы у вас был жир, то там это важно. Если вы хотите что-то другое получить, например, вы взяли, скажем так, два синтезатора, у обоих пилы поставили, раздетюнили их и хотите сделать такой жирный пэт, это имеет смысл, потому что, ну, разный детюн по-разному работает, вы получите такой вот результат. Но туда тоже желательно бы что-нибудь разноплановое. Ну, в общем, мое мнение, в лейере имеет значение разные по тембру звуки. Что касается как бы ярких каких-то звуков в треках, которые не яркие, имеет место, но тут надо смотреть, чтобы у вас не получилось так, что этот звук на себя все внимание заберет, а у вас там какие-то глубокие, мягкие, ударные. Тут надо найти такую грань. Конечно, вот если я не слышал материала, сейчас трудно вот угадать, как оно будет, но скорее как бы надо следить за тем, чтобы это, как оно слушаться будет, и как внимание на себя будет забирать. В первую очередь. Должно быть все гармонично, одним словом. Ну да, то есть я не могу сказать, что там можно так или нельзя. Угу. Вроде никто не запретил, вот, потому что такой звук, может быть, вы на него ревер там накинете, и он там далеко будет. Так, еще два похожих вопроса. Когда нет идей, чем же можно руководствоваться, дабы вылить на проект то, что у тебя глубоко в фантазии? Это первый вопрос. И второй похожий. Если нет идей, допустим, работая над аранжировкой, как сделать с данной гармонией какую-нибудь фишку? Заранее спасибо. Ну, ребята, обоим один и тот же совет, который мне помогает постоянно. Вот, когда вы работаете над каким-то треком в определенном жанре, и даже если у вас есть идеи, я рекомендую вообще послушать штук 5-10 треков, хитов в этом жанре. Вот, ничего плохого нет, что вы какие-то идеи модернизируете, там, чужие они, не чужие, неважно. Суть в том, что у меня сразу начинает голова работать, как только я там послушал там 5-10 треков. И идеи сразу придут, я вас уверяю. Если вот ребята, кто меня слушает, вы вот попробуйте, у вас не получится, напишите мне в личку. Но мне кажется, что никто не напишет. У всех идеи придут. Потому что, ну, мозг так работает, что вот вы когда услышали, вы сразу думаете, блин, я бы не так сделал, я бы сделал вот так. И вам мозг уже предлагает какую-то определенную идею. Интереснее, например, на ваш взгляд, чем то, что вы услышали. А по идее, как бы, есть еще методы создание треков, связанные на рандоме, когда вы не знаете, что вы получите. Это примерно как в начале видеоурока, когда я капеллу туда-сюда двигал, и я не знал, что я получу. Я искал. Вот этот способ работает тоже. То есть метод поиска такой рандома. Вот еще такой интересный вопрос. В IDM музыке заметил автоматизацию на мастер-канале с уровнем громкости, то есть 0 дБ выставляет только на дропе, а все остальное относительно тише. Так ли это? Спасибо. Клевое наблюдение, на самом деле, да. То есть. Леш, может покажешь, как, ну, на примере проекта, просто вот даже готового, может, там есть у тебя какие-то, может, наброски. Для тех, кто не в теме, чтобы, знаешь, новички визуально больше понимали. Да, это вот, кстати, очень интересный действительно вопрос, потому что многие даже не подозревают об этой фишке. Ну, в частности, новички.
скорее всего, проект не зазвучит должным образом, ну, потому что тут некоторые сэмплы потеряны. Вот, ну, кстати, прошу обратить внимание на структуру. А чуть-чуть... Ну, так, я понял. Структура. Придется замазать. Вот, допустим, трек у меня здесь, где есть дроп. Ну, вот яма, допустим, яма наша. Здесь имеет значение, здесь можно... Там звук не заиграл. Вот, человек говорил о том, что для того, чтобы был контраст, мы имеем возможность вот сделать, например, тише на сколько-то. Ну, на 2 децибела, допустим. Слышно было? Да. То есть вот он как подъем. Бы, именно вот этот контраст, он имеет место. То есть вы можете здесь искать, но я не думаю, что больше там 3-4 дБ это нормально. Честно говоря, даже на мастеринге такие вещи уместны. Когда вы хотите сделать разницу между куплетом, припевом, это нормально. Вот, ну, нормальная тема. Я иногда это делаю, буквально прям, не знаю, один из 10 треков бывает делаю. Ну, просто на этапе даже сведения я стараюсь как-то автоматизировать по громкости звуки, чтобы была вот эта динамика. Вот. Ну, в данном случае мне нравится, да, клевый способ. Так, хорошо, пошли. Так, вроде с этих, с группы мы все прочитали, сейчас быстренько пройдемся по YouTube. Ну, там еще был отдельный вопрос с группы, мы его в конце зададим, там, можно будет не показывать экран. Тут такой вопрос, не знаю, ответишь, не ответишь. Алексей, здравствуй, извини, что вопрос немного не в тему, но давно хочу спросить, где взять библиотеку Курцевейловского Фано, которая часто мелькает в твоих семинарах. Везде обыскался, нигде не продают. Напиши мне в личку. Напиши мне. Да, я так и знал. Я скину. Скину, как бы вообще проблем нет. Я не помню, где его взял абсолютно. Угу. Вот, могу скинуть. В принципе, ну, прикольный вроде такой фортепиано, но тот же винтаж Дик, как бы, мне тоже нравится не хуже. Просто курс реально весит там копейки. Так, Илья, вот. Это вот тебе. Алексей обращается, поэтому да, напиши. Да, пиши мне, я тебе скину. Так. Вот еще был интересный вопрос про твое самое. А, вот, Алексей, расскажи, пожалуйста, про джазовые аккорды, которые ты вставлял. Ну, если можно, пару слов хотя бы. Блин, там. Ну это такая ну, тема. Это долго, да. Ну, то есть, тема. Как бы я могу только рекомендации дать. Да, прям пару слов. Джазовые аккорды это такая история, да, что их надо изучать, как они строятся, там всякие. Я сейчас так сходу вам не расскажу. Более того, я вообще никакого отношения к джазу не имею. То есть у меня и образования никакого нет, связанного с джазом. Как я развивался? Я смотрел некоторые видосы, вот, пробовал что-то там. Вот, пробовал аккорды, искал, запоминал, смотрел. То есть я вам могу порекомендовать, во-первых, канал, который называется Gospel Musicians. Там чернокожие ребята просто показывают невероятные вещи. Можно жать на паузу, смотреть. У них есть видосы, где прям вот именно он объясняет техники. Ну, на английском, но это не важно. То есть вы можете посмотреть, поискать. Вот, соответственно, есть куча книжек, где джазовые аккорды расписаны. Там просто ужас. Вот, можно их посмотреть. Тут только обучение. Ну, понятно. То есть никаких секретов нету. Так, часто в дипхаус треках используют фанковые гитары. Можешь подсказать библиотеке или VST инструменты для получения такого же результата, какие-нибудь способы? Ну, мне кажется, они, может быть, даже не библиотеки используют, а берут старый фанк и его режут. Потому что вот я сейчас зайду в свою любимую фанковую библу и просто полистаю. Вот посмотрите. Какие-то вот аккорды. Ну, то есть, если здесь порыться, у меня сложилось впечатление, что вот скачав там
старый какой-то фанк 70-х, 80-х годов. Вы можете нарезать очень много годного, в том числе гитары. Если говорить о каких-то готовых вариантах, ну, в смысле ВКонтакте, ну, Илья Ефимов как минимум. То есть вот я сейчас запущу LP Electric там. Дорн стайл такой, да, у нас как раз... У Дорна, кстати, часто слышу такие вот моменты вот в его треках. А у Дорна у него, как его зовут-то, Рома Мясников, он играет живьем. Да, бестселлер. Рома Мясников. Да, вот гитар-рик какой-нибудь, открываете, в поиске здесь пишете «Вах». Вах. Вот, и автоматизируйте эти все вещи. Интересно звучит. Вот, ну, бывает, юзаем. Вот, бывает еще такая история под контактом. Не очень он мне прям вот удобен, но там есть как бы варианты. Сейчас покажу samples, contacts, guitars. Вот фанковая какая-то Pettenhouse, фанки гитар, по-моему. Могу ошибаться, извиняйте, я раз в 5 лет запускаю эти вещи. Не то, от Native Instruments была просто такая штука. О, а, вот Скарби фанк-гитарист. Угу. Секунду. Guitars, Native инструмент. О, так, все. Купили. Вот, запущу патч. Надеюсь, быстро запустится. В общем, даже не буду загружать, отменяю. Скарби фанк гитарист. Штука, ну это которой... популярная, да, да. Это, да, в ней, ну пусть пока грузится, давай вот следующий вопрос, наверное. Она пока погрузится. Окей, так. А вообще, ребята, я извиняюсь, попробуйте поискать всегда вот среди своих знакомых гитаристов. Это лучше, чем что-либо. Или гитаристку. Или это еще лучше. Так, здравствуйте, Алексей, подскажите, хороший one-shot из снейров, скачал Vengeance, а там они обработаны какие-то, напишите название норм снейров, норм, только норм. Ну, тут, понимаете, какая штука, для жанров это имеет значение большое, то есть вот первое, да, вот, допустим, есть drum and bass музыка, есть много библиотек для drum and bass, где там все уже покоцано, обработано, усилено, ускорено. Ну, допустим, если я вот сейчас напишу здесь в поиске Амин, то вот я нахожу старый брейк. Нетронутый. Абсолютно нетронутый. То есть, вот я сейчас перейду к папке. Вот, нетронутые вот эти коллекции все можно юзать. Вот. Такие олдскульные звуки. Да, но их... спокойно можно применять. Кстати, гитары. А как называется, Лёш, там плохо видно? Это просто. Фанк, это тот же самый олдскул фанк, про который я постоянно говорю. Папку понял? Я понял. Олдскул, брейкбитс, коллекшнс, вот видно. Да, ребят, остановите, если что, на паузу нажмите, скопируйте. Вот, теперь по снейрам. Для какой музыки? То есть, если это какая-то хаусовая тема, да? Есть много хорошего, даже не только у Vengeance, да, вот, так, минуточку, вот, я сам зайду, посмотрю, что у меня есть. Ну, Томас Пентон, понятно, известная тема. Lounge and House, здесь много, как бы, есть и хорошего, и плохого, в том числе, ну, надо искать. Если говорить о хип-хопе том же, да, вот у меня есть супер просто библат, который я прям в большом восторге. Называется она Sounds in HD. Sounds in HD. Вот, здесь просто супер. Ну, именно для хип-хопа. Там кики здесь.
такие а-ля Timbaland. Все здорово. То есть вот под определенные жанры разные есть заморочки. Вот, по поводу вообще хороших, качественных каких-то снейров, ну, не знаю, я сам лично тоже постоянно ищу, и в том числе Vengeance юзаю, не могу сказать, что они там прям вот вообще плохие. Вот Loopmasters, так, это драм-лупы у меня. Я просто часто тоже шарюсь, не могу сказать, что я сразу в одно и то же в какое-то место лезу, там у меня все нормально. Вот. По-хорошему, это нужен опыт, да, просто чтобы... У меня есть отобранные какие-то библы, вот My Sword, кикс, типа кики. Но у меня здесь отобранные кики. Вот, но снейры... Просто в основном, когда я занимаюсь вот современной какой-то музыкой, я ищу, как оно все совпадет вот, и подойдет. Аналоговый очень хороший, вот Gold Baby. Андрей М. Клис их очень любит, вот эти. Тут по идее, как бы, вот я зайду сейчас, ты, ну, наверное, увидите, что они звучат прикольно, вот. Так, это кики. Сейчас я снейры найду. Ну, то есть куда-то это дело может подойти. И здесь надо шариться и искать. До сих пор современная, как бы, музыка на них делается. Потом, если поговорить, допустим, о Deep House, вот Vengeance последний. Вполне неплохо все звучит, не могу сказать, что плохо. Нормально. То есть, как бы, я их тоже юзаю. Вот, вообще Vengeance лучше стали, чем то, что это было, там, скажем так, лет 5 назад. Поэтому советую все-таки просто отобрать библиотеки. Я посоветовать сейчас не смогу ничего такого. То есть, ну, я сам... Вы видите, что я пользуюсь тем же самым. Там. Ну, это надо сидеть, ковыряться, смотреть самому, слушать, отбирать. Я это делаю постоянно. То есть, ну да. Ну, Зинхайзер, контора хорошая. Вот. Ну, ясно. Как-то так. Леш, давай тогда вот последний вопрос по практике, да, то есть, ну, чтобы что-то показать, mm-hmm. и потом еще пару mm-hmm. вопросов такое теории. Mm-hmm. Так, хотелось бы узнать о применении реверберации в музыкальном плане, а не для расширения. Типа как придыхание, обратное или сайдчейн. И как отделить звук ревера от мелодии, чтобы им манипулировать в ВАВ? Вот как-то так, если понятен вопрос. Да, понятен. Вот я сразу с конца начну. Вот у вас есть какой-то звук. Вы там наиграли. Вот. Нет никаких проблем сейчас на него повесить ревер полностью, там, допустим, EOS, мой любимый. Вот, вы его повесили. Вы это дело баунсите на полном соотношении. То есть это чисто ревер. Я его сейчас баунсил. Вот у меня отдельной дорогой чисто ревер. Пожалуйста, вот ваша вавка, вы можете с ней мутить. То есть я, например, вот в конце сделаю вот такой подъезд, например. Опять же, я могу это здесь в определенных каких-то местах сделать. Там вот здесь... Ну, вы понимаете, да, то, что я сейчас могу его нарезать, там, сделать ему какие-то вещи, там, не знаю, по питчу его прогнать. Стоп, это не питч. То есть тут уже работает сплошной креатив? Да, то есть нет никаких сложностей. Ну, я просто супер быстро у меня тут все сделаю покороче. Ну, то есть, как бы нет проблем. Рендерите полностью в обработке и делайте там то, что вы хотите. По поводу пререверов, ну, тут особо рассказывать. То есть, как это делается? Вы рендерите партию. Вот она, обычная вавка. Берете ноту одну. Так, стоп. Переворачивайте ее, но особенно с голосом это важно. Здесь в синте не важно, потому что тут какая разница, в какую сторону я переверну пилу. Она и там пила. Кладем ревер. Баунсим это все. И переворачиваем обратно. Вот и весь процесс преревера. На одну ноту, то есть я с одной ноты сейчас это сделал. Вот, ну и, собственно, вот.
Ничего такого, то есть вот. Если говорить о том, как вот музыкально можно там с ревером поступать. Ой, ну на самом деле вариантов много. То есть первое, это то, о чем я говорил. Вы можете этот ревер в посыле обрабатывать по-разному. Мало кто, наверное, пробует на ревер там класть хорус. Я не знаю, да, это странно очень. На ревер хорус. Вот. Вот у меня ревер. Мы можем на этот ревер применить разные специфичные вещи. Там тантра, например. Чем не креатив, там тантра. Вот, такой вот гиперплагин, вот я сейчас повешу EOS и тантру, и у нас ревер будет звучать интересно, то есть вот тантру вырублю, посыл, и теперь на ревер тантру. Это ревер так обработался. Да. Вот такая вот тема, то есть тут ее бесконечно можно продолжать, то есть можно на ревер повесить любой там фленджер, все что хотите, вот, хорус, то есть это дело такое экспериментальное. Прикольно, да? Ревер на хорусе. Где-то в эмбиенте, может, пойдет хорошо. Да, то есть вот сайдчейн и все, я не знаю, это слишком обширная тема. Можно отдельный урок сделать, что можно с ревером замутить. Да, кстати. 5 часов. Вот. И ушли все в реверберацию. То есть, смотрите, с ревером можно что делать? Автоматику любого параметра, который вам дает ваш плагин. Любые там вещи, связанные с длиной ревера, там, с фильтрами. Можно обрабатывать автоматикой эффекты, которые у вас висят после ревера или до ревера. Вот. Соответственно, всякие гличи, нарезки, перевертыши, все это вы можете делать. Вот. Тут так. Особо-то... Все, тогда последний вопрос YouTube по поводу стереорасширения. Есть такой туплю. Здравствуйте, Музбизнес. При накручивании широкой стереобазы инструмента начинает все валить за пределы антифазы. Пытаюсь контролировать это через Waves Pass Analyzer. Как решить эту проблему и стоит ли вообще обращать на это внимание? Ну, это мы вот затрагивали тему стереорасширения. Обращать можно, но тут смотрите, как бы бывают звуки, которые нормально, что они за пределы колонок вылезают. Это так делают. Вот, но если, допустим, вы не хотите этого, вы всегда можете повесить какой-нибудь S1, даже грубо вот такой, и как-то сузить. То есть это вообще без проблем. Либо, как я показывал, изотопом вы можете всегда на стереобазе посмотреть, как бы, что сузить. Ну, попробовать как минимум. То есть вы можете отдельную полосу сузить, послушать, как оно будет звучать, соседнюю сузить там. То есть это все редактируется. Байпас, проверяете, лучше стало, стало хорошо. И опять же, мидсайд эквалайзер, ну, вначале мы об этом говорили. Очень помогает. Ясно. Ну, так, Леш, ну все, тогда возвращайся. Там остался вот то, что я говорил, последние там пару вопросов, может, которые можно вот так вот ответить. Так, вот он, Леша, посмотрите на Лешу. Слушай, ну тебя сегодня прям смотрят, блин, больше, чем Энди Вакса, когда... Мне приятно. Да, сегодня прям такая... Слушай, я подумал, что эту тему надо будет развивать, то есть, ну, там чуть попозже там пройдет время, может быть, там часть 2, часть 3, то есть... Давай, ну, давай. Очень не, на много... самом деле много чего есть, что рассказать, но нереально в пределах. Да. Просто вопросы еще идут, ну, не успеваем. Так, ну, давай их накопим и в следующий раз эти вопросы тоже... Да, с удовольствием. Так, вот последний вопрос, который я не зачитал именно из группы. Во многих американских треках ритм отходит от сетки на 0,5 ударов, то есть то 92,5, то 93. И треки эти очень нравятся,
очень навряд ли, что сделаны на MPC, и тем более не на кассету записаны. И то же самое, когда квадрат играет и не надоедает, один играет и не надоедает, на нем, тем не менее, слышим изменения, но есть эквалайзер или компрессия, или стерео. Что еще можно сделать для придания такой слабой динамики и как это организовать? Ребят, я вас очень прошу, задавайте вопросы очень коротко. Вот, ну, изложите суть вопроса в очень мало, так сказать, слов. И сжатом виде. Да, сжатом, потому что неудобно читать очень долго, пока там предыстория. Сначала я пошел в ванную, потом я понял, что нужно написать мне музыку. Ну, так, такое неинтересно. Ты понял, да, вопрос, в принципе? Про первый, это известная тема, когда делают какой-то пришифт, делают какие-то сдвиги. Тут я бы даже сказал, не бочка отстает, а бочка, ее можно считать, что она на месте стоит, правильно. А вот все остальное сдвинуто. Делают такие вещи, это дает свой такой грув интересный. В хип-хопе так постоянно вообще. То есть, на самом деле... Всегда можно, вот мне нравится такая вещь, вот брать на какую-то партию, вешать плагин, который может управлять задержкой, эту задержку влево-вправо покрутить. Можно найти такой грув, просто бешеный. Если вы посмотрите видосы того же Дедмауса, когда он там огибающую крутит на его аккордах, он тоже ищет вот эти, когда он с какой-то задержкой звук приходит, такой расхлябанный немножечко, и позже. Вот, это дает грув. Не знаю, мне кажется, чернокожие ребята эту тему придумали. Опять же, эта тема важна не только вот в контексте, о котором мы говорим. Бывают, например, люди умеют очень клево петь с таким грувом. И не дай бог вы это все выровняете по сетке. То есть человек специально опаздывал, так прикольно грувил, а вы, ну, вокалист фиговый, наверное, надо подвинуть. Там подвинули. Вокалисты крутые слышат это, что вы куда меня вообще подвинули, верните. Там, ну как, ну вы же не по сетке, вот сейчас, вот теперь по сетке. Нет, я хочу вот не по сетке, я вот слышу это. Запись дубля. Я когда-то вот лет, наверное, не знаю, 10 назад вот грешил этим. Хотел всегда выровнять, думаю, да ну опаздывает. А сейчас как бы кайф начал получать. Ну, рекомендую пробовать. Не всегда сетка это как бы хорошо. А, ну, даже в хаосе я часто слышу, когда там, допустим, 8 клэпов, 2-й и 4-й, у них разные пришифты, а каждый 8-й, например, там, у него тоже какая-то хрень там, чтобы он не одинаковый был. То есть весь блок клэпов там на 16 секунд, он разноплановый, то есть это хорошо. И с хэтами это можно применять, и там везде. Бочка-то она там, наверное, ровная. Это не MPC, это задумка такая авторская, уверен. Либо фейл, бывает фейл, когда человек берет сэмпл, у него в начале пустота, и он так и пишет, как бы, тоже бывает. Лёш, тут у тебя народ заметил, у тебя новые уши? Нет, это, ребят, объясню, у меня 650-е мои, я их забрал домой, потому что на студии в ушах я не работаю больше. А вот эти, это вокальные наши уши, это 280-е Сенхи. Я в ушах теперь не работаю, ну, дома только так. Чуть-чуть сижу. А что-то случилось? Не, ничего не случилось. У меня здесь мониторы, мне нет смысла здесь в ушах как-то работать. Вот. Ты то так есть... не пугай, это мало ли. Не, все прекрасно, слава богу. Все, вроде с вопросами отстрелялись. Там вот единственный вопрос, ну опять же, который не подходит под тему нашего сегодняшнего вебинара, но вот как раз это будет, так сказать, затравкой для следующих вебинаров. Расскажите, как быстро делать переходы между квадратами, делать сбивки и так далее. И такой вопрос, как делать переход между квадратами, вставляя за место оригинальной мелодии другую. Надеюсь, вопрос понятен. Дмитрий, понятен вопрос. Я думаю, что мы, кстати, давно уже, не знаю, анонсируем этот вебинар по поводу сбивок всяких, да, вот этих свипов, всяких моментов, таких переходов и фиксов. Я думаю, что специально давай сделаем полноценный вебинар именно на эту тему в следующий раз. Дайте Лёше немножечко отдохнуть, потому что, блин, я честно говоря, вообще удивляюсь, как он соглашается. Ну как, я должен поддерживать любимую группу, как же. Блин, ну я прям покраснею сейчас. Вот, на самом деле, спасибо тебе за твою вот эту вот, не знаю, открытость.
Вот знаешь, Леша, сегодня я тебе могу сказать, вот сегодня у меня с каждым разом вот что-то новое, знаешь, приходишь, ну, вроде бы это все мы проходили, да, но что я могу сказать, я сегодня хотел, ну, не хотел тогда тебя перебивать, я понял, что ты, наверное, один из немногих гостей, да, будем так называть, ну, кроме того, что ты у нас еще админ, но ты же у нас гость еще, вот, ты один из немногих гостей, которые меня лично понимают с полуслова, вот то, что я вижу вот здесь, да, я только хочу тебе это сказать, ты это уже делаешь, то есть, ну, блин, это, я не знаю, мы с тобой спились, сработались. Ну, приедешь в Москву, мы с тобой выпьем обязательно. Да, кстати, если я все-таки когда-то приеду в Москву, я, по крайней мере, на это надеюсь, вот, я обязательно сделаю в группе там какую-нибудь, там, не знаю, встречу. Стрим. Да, ну, стрим, вебинар, как приехать в Москву армянину. Ну, вот. Ты тут затеряешься, все надо. Да, да, и это, блин, спасибо. Нет, вот. Здесь много. Я здесь понял. Здесь много всех вообще, всех, кого только можно. Я понял. Ну, я с удовольствием, да, сделаю самую встречу, и я думаю, что не только я захотят с тобой встретиться, я думаю, что многие ребята... Так тут встреча-то будет и по твоему поводу, по твоему приезду, я тут... Ну, не скажи. Ладно, будем считать, что как только, так сразу. Вот, спасибо еще раз за, вот, не знаю, вот эти вот полезные советы. Опять же... Я надеюсь, полезно было. Да, опять же, знаешь, вот какие-то моменты уже и так были понятны, да, то есть вот, ну, именно там, не знаю, вот эти вот по поводу реверберации, сайдчейнов, да, вот что-то для себя, ну, я, допустим, для себя вот узнал вот эту фишку вот с Volume Shaper, да, то есть вот по частотам. Не, он клевый, на самом деле я его использую каждый день. Да, то есть, ну, как, знаешь, я надеюсь, что вот те 150 человек, которые вот, ну, на протяжении всего эфира смотрела, то есть вот прям в онлайне, понятно, что больше было, там человек 700-800, да как ладно, минимум, да, ничего. Ну, это ж, как бы, оно, отсчетчик идет, вот, я думаю, что каждый из вас, ребята, что-то для себя взял, как минимум, я, вот многие, кстати, хвалят, что вот после твоих эфиров очень много приходит вот именно вдохновения, и это действительно надеюсь. Так и есть. Знаешь, вот ты сидишь, вроде бы вот есть, ну, я уверен, что есть у нас такие же опыты, ребята, да, которые давно уже работают, да, но просто смотрят тебя, потому что, знаешь, как-то вот, ну, как, не знаю, вдохновляются, да, то есть вот на какой-то там супер гениальный трек, мелодию, музыку. Ну, это хорошо, на самом деле, я рад. Вот, все, тогда не будем задерживать. Ребят, следующая тема, я надеюсь, все-таки будет из открытых вебинаров с Лешей будет, скорее всего, вот, наверное, сбивки, да, то есть, ну, мы давно уже обещаем, да, Леш? Так скажем, если ребята предложат свою тему какую-то, предлагайте, то есть, я думаю, можно, да? Или да, нет? Да, да, пусть, знаете, как под этим, тогда, вот смотрите, давайте так сделаем, под этим видео, когда появится запись на YouTube, через месяц где-то. Леш, ты у нас бежишь уже домой с полстарта. Вот, спасибо тебе, да, спасибо тебе еще раз. Спасибо, что позвал. Да, не забывайте подписываться на наш канал. Кстати, у Леши тоже есть канал. Если вы его уважаете, любите, поддерживайте, не забывайте о его канале тоже. Алексей Разумов, набирайте в YouTube, в поиске и сразу найдете. Спасибо. CJ Slick, да, по-моему? Ну, там Алексей Разумов найдете меня. Да, я да, там да. Есть. Да, да, да. Ну, надо же как-то это прорекламироваться. Вот. Все равно. А, не, нас еще смотрят. Все, ребят, всем пока. Спасибо, что смотрели. Всем хорошего воскресенья оставшегося. До новых встреч. И крутого ADM. И компрессии. Да, да. Всем пока. Музыкальный онлайн-журнал «Музбизнес». Поддержите наш проект и прямо сейчас оформите подписку на наш канал и паблик ВКонтакте.